Старший офіцер служби зовнішньої розвідки КДБ і ФСБ Сергій Жернов долучається до ефіру. Пане Сергію, я вас вітаю і слава Україні! Здравствуйте всім вам і всім нашим зрителям. Героям слава! Смерть тим клятим ворогам. І от почала я з того, що капітан Федеральної служби охрани дав інтерв'ю. Тот капитан службы охраны, который федеральной службы охраны, который сбежал из России и рассказал немножечко подробностей о том, как живет Путин и кто его, собственно, окружает в этом всем. Вы это интервью смотрели, видели? Я смотрел его вчера, я смотрел его целиком. Я считаю, что очень интересное интервью, и, безусловно, оно аутентичное, это абсолютно настоящий человек, он рассказал все, что и он знал. Вот, хотя здесь надо сразу пояснить, он хотя вот у него там звание, там капитан, и он служит в Федеральной службе охраны, это такой очень секретный орган, это бывшая девятка КГБ, это бывшее девятое управление Комитета госбезопасности, умноженное, кстати, на ФАПСИ, потому что они занимались, вот он конкретно на самом деле не шпион никакой, не контрразведчик, он инженер, он военный инженер, он заканчивал какое-то военное учебное заведение, и затем его взяли на работу в Федеральную службу охраны, потому что он занимается организацией связи. То есть, грубо говоря, это технарь, да, который занимается тем, что Путину дает возможность говорить по закрытым средствам связи. И с этой точки зрения, конечно, он, безусловно, интересные вещи рассказал, хотя он абсолютно технический человек. То есть это никакой не оппозиционер, конечно, вы понимаете, да, то есть это не человек, который там вдруг обнаружил огромную симпатию к Украине и решил там совершить геройский поступок. Но это, безусловно, очень приличный человек, потому что это человек, который сказал, что 24 числа, когда он услышал о нападении Российской Федерации на Украину, он в ступоре находился полчаса, как минимум, вот сразу после этого дела. Он для себя понял, что для него наступила красная линия. Вот это было для него лично, как для человека, с моральной точки зрения, с этической точки зрения, это была абсолютная красная линия. Он понял, что вот до сих пор он служил этому режиму, что... но он себя успокаивал, что все-таки я технарь, я, в общем, ничем не замазан. Мое дело обеспечить связь, в общем, такую же связь я могу обеспечить там премьер-министру, могу обеспечить кому угодно, могу обеспечить олигарху какому-нибудь. То есть в этом смысле он не считал себя человеком, который работает на режим, несмотря на то, что он служил в таком месте. Потом это место все-таки престижное, да, потому что он рассказывал, что когда, кстати, он увольнял... заканчивал, он не увольнялся, а заканчивал военное свое учебное заведение. Тогда шла военная форма Сердюкова, то есть шло сокращение в армии. У него, он понял, что у него нет никакой перспективы в армии со своими погонами, со своим образованием. И, в общем, он считал, что ему повезло, когда ему предложили такую работу, потому что, с одной стороны, это, в общем, работа даже какая-то некая романтика там была какая-то, потому что все-таки глава государства ездит с ним там в командировке, обеспечить ему связь. В общем, в этом смысле была даже какая-то там гордость за то, что он работает. Вот. Но этот человек абсолютно такой совестливый, порядочный человек, из того, что вот я видел. И в это я абсолютно верю, потому что нас в разведке учили разбираться в людях. И вот я вижу, что это у него не поддельно, он не красуется, он не обманывает. Он не старается, кстати, надуть щеки, он не старается там изобразить себя суперборца там, с путинским режимом. Он просто говорил, что у меня были сомнения. Вот эти сомнения, так сказать, росли, и то, что я слышал по всяким каналам, его, кстати, коробила вся эта Z-патриотика, потому что его коллеги внутри ФСО считали своим долгом там вести беседы о том, что вот там, да здравствует, значит, борьба с Украиной, да здравствует борьба с неонацистами, с украинскими, его это ужасно совершенно коробило. У него, кстати, такая же проблема была в семье, по-моему, с тестем и тещей, или как там, вот я не разбираюсь в этих там родителей жены. Кто кому кем приходится, да?
так, кто кому кем приходится, да, это я, вот дальше брата, сестры, там, мужа, жены, отца, матери у меня не идет. Вот, потому что когда он к ним приезжал, у них там работало телевидение с Соловьевым, со Скобеевым, причем очень громко работал, он говорит, давайте переключим там на какой-то канал, а они там говорят, да нет, мы вот там вообще это, мы там ура-патриоты, вот, и в этом смысле, конечно, он, так сказать, он понятно, что он такой совестливый человек, и ему повезло с женой и со своей мамой, потому что жена его поняла, хотя, в общем, ей было страшно сначала. У них есть дочка, по-моему, у них есть ребенок. Я так понимаю, что дочка, по-моему, не сын. Вот. И им нужно же было вместе убегать, да, потому что он мог убежать один, но тогда его жена с ребенком оставались как бы в заложниках у врагов, хотя сейчас у него в заложниках остались родители, то есть у него осталась мама. Вот, и там, если я так понимаю, брат жены, по-моему, он сказал, или что-то, на кого они переписывали автомобиль. То есть, в принципе, если захотят на кого-то повлиять, найдут на кого. Да, ну, в общем, да, если захотят кому-то нажать на больное место, чтобы ему стало больно, его жене стало больно, там есть у них заложники, вот у них, значит, остались родители тоже. Но самая главная проблема для него была, конечно, с женой, потому что, вы знаете, вот эта же проблема была, допустим, вот у Овсянниковой, да, которая там, когда она показала свой плакат, ей предлагали политическое убежище, у нее, например, взрослый сын, ну там ему там 17 лет или там 18 лет, сказал, что он, так сказать, с ней никуда не поедет, то есть у нее там трагедия внутри. Но к Овсянниковой у нас отдельные вопросы, и она очень много заяв сделала, находясь в Киеве, очень странных заявлений. Что касается Каракулова, Глеб Каракулов, да, его зовут, по-моему, да, этого да. офицера, то есть да, он дает интервью и рассказывает какие-то внутренние, я не знаю, насколько он рассказал какие-то прям секретную информацию, насколько он владеет секретной информацией, да, в этом интервью, и понимая, что там находятся родители. Он рассказал минимальную информацию, которая для меня, как для бывшего сотрудника спецслужбы, для людей, подобных мне, для западных служб и для журналистов, которые работают по тематике спецслужб, безусловно, интересна. Потому что он рассказал о кабинетах Путина, он рассказал, как кухня организации этой связи, сколько людей с ним выезжают, какие командировки, как это готовится, сколько денег на это убивается. То есть он, в принципе, его разговор интересный. Но, тем не менее, он, конечно, не противник такой идеологический режима. То есть он мне рассказал гораздо более интересной информации про Путина, то есть про двойников Путина, про Кабаеву, про детей, про любовниц, про жену. То есть он дал минимальную информацию, которая у него есть. И, строго говоря, у него нет особой информации, потому что нас интересует, конечно, содержание разговоров. Он не слушал разговоры Путина. Он просто ему предоставлял, ставил телефон, потом Путин уединялся с этим телефоном и вел свои разговоры. При этом не присутствует офицер связи и не слушает с гарнитурой параллельно эти разговоры. И в этом смысле, конечно, он не дал гораздо больше интересной информации, которая бы нас интересовала. Но он подтвердил, что у Путина все кабинеты во всех его бункерах абсолютно одинаковые. Значит, у него кабинет в Кремле, в Ново-Огарёво, в Валдае, в Сочи, все одинаковые кабинеты. Он рассказал, кстати, интересную информацию о том, что вот бывали моменты, когда Путин оставался в Сочи в Бочаровом ручье, а его кортеж со всеми причиндалами уезжал в аэропорт, как будто бы он возвращается в Москву. Кстати, в этом смысле, возможно, там был какой-то и двойник, который уезжал вместо него в Москву. Вот одна... Он, конечно, Глеб этого не сказал, Каракулов, вот, но подразумевалось, что значит, там разыгрывалось театральное действо, что Путин вроде бы вернулся в Кремль, а на самом деле он оставался в Бочаровом ручье, потому что его коллеги по связи говорили, что нет-нет-нет, мы сидим в Бочаровом ручье и продолжаем, значит, обеспечить ему связь оттуда. Вот. И в этом смысле, конечно, он дал интересные такие детали. Он рассказал, кстати, подтвердил детали про бронепоезд. Он сказал, действительно, там Путин...
пользуясь этим бронепоездом, и подтвердил у нас, мы сами это все поняли, но он нам подтвердил наши расчеты, потому что, в общем, он сказал, что когда летит самолет, то все самолеты сейчас всегда отслеживаются транспортер через программы и отслеживаются, в том числе через интернет, через вещи, которые публично видны. А вот поезда в России не отслеживаются таким образом. И поэтому этот вот путинский бронепоезд может передвигаться гораздо более скрытно, чем даже машины, потому что кортеж виден, поезд не виден, потому что поезд похож на все остальные поезда, хотя человек с натренированным взглядом, вот вроде меня, бывшего шпиона, он этот поезд, безусловно, может определить, потому что у него там три локомотива спереди, один локомотив сзади, антенны правительственной связи на каждом вагоне, но это надо обладать, значит, навыками визуального наблюдения и определения, так сказать, внешних признаков, разведпризнаков этого поезда, чтобы его определить. Я так думаю, что обыватель простой российский не сможет его с налета определить. Я почему спросила, рассказал ли он что-то такое, имея в виду, что людей убивали и за меньшее, за меньше сказанных слов. То есть сказал ли он что-то такое, чтобы тратить на него новичок, например? Нет, он не сказал ничего такого, чтобы тратить на него новичок. Больше того, а чтобы людей, другим неповадно говорят... было тогда? Вот показать на его примере, вдруг кто-то другой решит точно так же сбежать из России? Вы знаете, поздно уже. Уже все поздно, потому что он, безусловно, находится под охраной. Он, безусловно, получил где-то политическое убежище. Кстати, мы не знаем, где он находится, потому что он убежал из России. Он поехал в командировку вместе с президентом в Казахстан. Ему удалось вывести, кстати, жену свою с дочкой туда же. А потом оттуда они сбежали в Турцию, а вот сейчас они из Турции уехали, мы не знаем, где они находятся. Это интервью, все это дело состоялось в прошлом году, то есть это было как минимум 4 месяца тому назад, может быть, даже и больше, 5 месяцев. Его сейчас разыскивают все средства массовой информации. Я уже устал говорить, что нет, у меня нет его телефона, что нет, я с ним не связан, что нет, я не могу связать никого из моих партнеров по информационным каналам для того, чтобы на него выйти, потому что, и больше того, я им всем говорю, что он сейчас не заинтересован в этом деле, потому что он дал интервью, которое, конечно, забойное, которое к нему породило интерес, но сейчас этот интерес и российских спецслужб, которые, безусловно, его сейчас разыскивают, безусловно, попытаются либо его отравить, либо убить, либо его своровать. Вот, и поэтому, безусловно, конечно, наверняка он принимает меры защиты. Кстати, есть люди, которые говорили в 100 раз больше, чем он, и никуда не исчезали. Я говорил там в 10 раз больше или в 100 раз больше, чем он. А Сергей Пугачев говорил в 1000 раз больше, чем он. И живой, здоровый, и ничего не делается. То есть совершенно не важно, что человек говорит. Но с вами я согласен, что, в общем, конечно, его попытаются там разыскать, по крайней мере, да, потому что, кстати, есть на что надавить, потому что действительно у него в заложниках остались родственники. То есть я так думаю, что на него будут с этой стороны давить. Вот. Но, с другой стороны, самое главное, что служба сделала выводы, конечно, из того, потому что он рассказал частично, как он убегал, и то есть ему повезло, что у него оказался на руках загранпаспорт, то есть теперь люди, которые выезжают в такие же командировки, у них, конечно, не будет теперь на руках загранпаспортов, и им убежать без документов сложно, это усложняет во много раз ситуацию, хотя не значит, что это нельзя будет сделать, можно убежать и без документов, но теперь наверняка за ними будут больше следить, потому что просто вырастут штаты, так сказать, служб безопасности ФСО, которые просто будут за ними следить. Но вы знаете, у меня был такой разговор с вашими коллегами вчера или позавчера, что ли, даже безотносительно этого, потому что мы говорили вот там про как можно вокруг Путина, возможно ли какой-то заговор вокруг Путина. И мы посмеялись, потому что получается так, вот смотрите, значит, Путина вообще есть там ФСБ, например, да, как служба безопасности общая во всей стране.
Дальше у президента есть ФСО. Внутри ФСО у президента есть служба безопасности президента. ФСО — это 30-40 тысяч человек. Служба безопасности президента — это 1005 человек. А потом, значит, получается, нужно еще какую-то службу, которая будет смотреть за ФСО и за службой безопасности. А потом, если быть параноиком, будет еще нужна служба, которая будет смотреть за той службой, которая смотрит за этой службой. И дальше, если мы будем параноиками, то вы можете набрать миллион людей, и все равно надо будет за этим миллионом набрать второй миллион, какой бы, и это без конца. Так что в этом смысле, конечно, это так или иначе, это все упрется в то, что чем больше вы будете набирать людей, там, кстати, тем больше повышается вероятность, что этих людей можно будет завербовать. Вот. И самое главное из всей этой ситуации, из всего этого интервью, что мы, вывод, который мы делаем, это то, что вокруг Путина есть приличные люди, в том числе и в самом ближайшем окружении, в том числе в специальных службах, которые охраняют Путина, которые работают с Путиным. Там есть приличные люди, которые не одобряют эту войну и которые для себя рассматривают невозможным сотрудничество продолжать с этими спецслужбами в этих условиях. И это самое положительное, что самый положительный вывод, который мы выводим из этого интервью. Сказали о том, что у него остались родственники в России, сказали о том, что ему сейчас это неинтересно. А зачем, по вашему мнению, он вообще дал это интервью? Для чего? Какова цель была? Показать, что есть приличные люди? С одной стороны, конечно, да, просто рассказать, потому что, вы знаете, ведь люди, которые работают в секретных организациях, секреты тяжело носить. Я это знаю по себе, как бывший человек, который работал с большими секретами. Возможность рассказать – это возможность, так сказать, поделиться опытом и просто, в общем, ну, может быть, он это считал своим долгом человеческим каким-то, поделиться тем видением, которое у него есть. Возможно, это просто для того, чтобы себе обеспечить какое-то материальное существование, потому что, безусловно, он находится за границей, мы не знаем, где, мы не знаем, в каких материальных условиях, есть ли у него деньги. Они, в общем, довольно быстро имеют тенденцию заканчиваться, если они какие-то накоплены. Вот. Он мог продать просто это интервью и, в общем, заработать на нем просто какой-то небольшой капитал, который ему позволит дальше содержать семью и жить в том месте, где он работает. Может быть, какое-то тщеславие здесь может сработать, потому что, конечно, людям приятно тоже, когда они становятся героями какими-то, вот там они, значит, о них узнают, его фамилию теперь узнали и так далее. То есть в этом смысле много может быть мотивации у человека, и в этом, на этот вопрос может ответить до конца только он. По поводу денег, да, вопрос очень интересен. Он сам сказал о том, что у него зарплата была 100 тысяч рублей всего-навсего. И сам сказал о том, что иногда в командировках оплачивали там сутки съема какой-то там квартиры или какого-то помещения дома обходилось больше, чем 100 тысяч рублей. Поэтому как-то очень странные суммы, знаете, один дом на сутки и зарплата ФСОшника. И, по-моему, насколько я понимаю, этим, которые там, которых мобилизировали или которые сейчас в СВО, по-моему, им же больше платят, больше предложили денег. Да, но у них, у СВОшников, у чмобиков и у тех контрактников, которых набирали, у них же разовые какие-то деньги, да, то есть это разовый контракт, и больше того, они все плачутся, что на самом деле им никому эти деньги не платятся, то есть их как бы привлекают этими выплатами, а потом реально оказывается, что ничего им не платится. Это, кстати, вот зарплата, это один из самых интересных моментов, который вы правильно упомянули, потому что мы, так сказать, считаем, что вот эти люди работают за какие-то большие зарплаты. На самом деле у них, в общем, не такие уж большие зарплаты, потому что 100 тысяч – это, конечно, в 10 раз больше, или там 120 тысяч – это в 10 раз больше, чем МРОТ, или там пенсия пенсионера какого-нибудь российского. Но мы понимаем, что в Москве это вообще не деньги, да, потому что сколько это получается? Там получается $800, да, там, или $700. То есть, в принципе, это, ну, не такая плохая, но это не совсем не небольшая зарплата. Тем более человек, который ездит по командировкам целыми днями, он же говорит, что там
у них бывали моменты, когда там по 2 недели в месяц, и по 3 недели в месяц он не дома. То есть, в общем, это непростая работа. Вот. И это довольно интересно, потому что это, кстати, для иностранных спецслужб и для, даже для оппозиции указывает, что они все довольно уязвимые люди, то есть им, если предложить просто, там, я не знаю, 3 штуки в месяц в долларах, то это уже будет там, в 4 раза больше, чем то, что он зарабатывает в этой службе охраны президента, и поэтому, конечно, они уязвимые люди. Это с одной стороны, а с другой стороны, он показывает, кстати, что вот Путина, на него выбрасываются миллиарды, потому что за ним ездит огромное количество вот таких людей, снимаются гостиницы, снимаются там шале какие-нибудь, там снимают машины огромные, там все это, то есть это миллиардные бюджеты, триллионные даже, может быть, там в год, вот, и при всем при том вот такие технари, которые работают в его окружении, а зарабатывают вообще, в общем, строго говоря, копейки, да, потому что для Франции там 700 евро или там $700 для Франции, это у нас бомж зарабатывает, у нас социальное пособие по безработице больше, чем эти деньги, да, у нас пенсионеры, это у нас 700 евро, во Франции это минимальная пенсия, гарантированная для людей, которые никогда в жизни не работали. Вот, у нас даже государственный уровень, вот МРОТ во Франции, это в 2 раза больше, чем это его зарплата. А он работает там в суперорганизации и обеспечивает безопасность самого большого преступника на планете. На что я обратила внимание, опять-таки, возвращаясь к тому, что показать, что в окружении Путина есть хорошие люди. Во-первых, я обратила внимание, что до 24 февраля, если правильно я поняла, никто не говорил о войне с Украиной, и он узнал об этом вот в момент, когда это все произошло, и когда мы все узнали об этом. А потом я подумала, в этот момент я подумала о том, что а как же Крым и как же Донбасс? То есть тогда это не было красной линией, а сейчас это стало красной линией. Я понимаю, что это другой масштаб. Но тем не менее, он сам говорит о том, что он был в Крыму, когда проводили вот этот вот типа референдум. И он говорит, что он тогда уже подумал о том, что не все идет гладко, потому что, разговаривая с людьми, отношения и разговоры были 50 на 50. Одни говорили, да, мы не против, другие говорили, да, ну как-то непонятно, зачем нам это нужно. То есть тогда уже было понятно, что ну, не все так однозначно, и Крым точно не хочет присоединяться к России. Но тогда это не было красной линией. Да, безусловно. Но вы знаете, ведь для обывателя российского это, все эти истории, это так далеко, и это так их не касается. И вы знаете, я даже это сравнивал, что вот история с Крымом и с Донбассом, и даже война, вот когда она началась 24-го, такая горячая фаза, всеобщее наступление, для россиян это примерно то же самое, как болеть за команду в футбол или в хоккей. То есть, в принципе, они сидят у себя там на своих диванах, пьют водку, пиво, жрут попкорн или там соленые огурцы и смотрят, значит, давай там наши бей укропов, значит, и отвоевывай там, я не знаю, там Новороссию и какую-то там историю. То есть, в принципе, это их абсолютно не касается. И он еще приличный человек, да, то есть он еще человек, у которого там есть совесть, который вот даже когда в Крыму, вот я тоже обратил на это внимание, то есть который реально думает, да, он сопоставляет какие-то факты, он говорит то, что да, вот был этот референдум, где нарисовали 98%, а вот когда реально я там был, то там не чувствовалось этих 98%, то есть там было половина на половину, и чувствовалось, что на самом деле там все не так красиво, как это потом нарисовали в средствах массовой информации в путинской. А что касается болеют как за футбольный матч, тоже он сказал о том, что не видел Путина с мобильным за все это время, пока там служил. И сказал, что когда Путин едет в какие-то командировки, то всегда должно работать российское телевидение. То есть мы всегда говорим о том, что пропаганда является языком Путина, а Путин, получается, постоянно смотрит пропаганду. Да, конечно, а мы понимали это без него. И вот вы знаете, в этом смысле для меня поэтому интересно это интервью, потому что оно подтвердило, что у нас абсолютно правильное видение было Путина.
он подтвердил, что Путин живет в отрыве от информации. Он подтвердил, что Путин не смотрит интернет, что Путин не пользуется ничем, кроме Скобеевой, кроме телевизора. И когда он смотрит телевизор, ему приятно, потому что телевизор подтверждает то видение, которое у него есть в голове, а все люди, которые знают, что Путин смотрит телевизор, показывают ему по телевизору то, что ему хочется видеть. И это, опять же, закольцовка здесь произошла. Больше того, он нам подтвердил еще интересная вещь, вот я не знаю, обратили вы на это внимание или нет, то он говорил, что вот когда Мишустин, премьер-министр, передвигается, есть дополнительный человек, который делает связь интернет, который делает интернет, что вот Мишустин, он работает с интернетом, что у него есть там какие-то профили, что там какие-то есть люди, которые его там, я не знаю, там сайт какой-то правительства, я не знаю, там какие-то профили в Твиттере, в Фейсбуке и так далее, а у Путина даже этого офицера нету. То есть там как класса нету интернета для Путина. И вот это чрезвычайно интересно для нас, конечно, потому что это все подтверждает, что Путин действительно живет в информационном пузыре, и в этом пузыре он сам задает правила и сам удивляется, а почему это, я ничего не знаю, почему меня обманывают, а почему это вот мы за 3 дня не захватили Украину, да потому что люди знали, что тебе хочется захватить Украину за 3 дня, и тебя убеждали, что это будет так, и все, а военные те, кто говорили о том, что это будет не так, ты их просто не слушал. Но они, кстати, есть. И вот еще один тезис, на который тоже я обратила внимание, который еще раз подтверждает то, о чем мы говорили ранее, о том, что каждая встреча, будь то там 5, 10, 15 минут с Путиным, это 2 недели в изоляции. То есть 2 недели ты должен находиться на карантине перед тем, как с ним встретиться. И тут мы вспоминаем опять-таки визит там, не то в Мариуполь, не то в Крым, как Путин ездил, да, там за ручки здоровался, как будто бы с теми людьми, которые там живут. Вот мы опять подтверждаем эту историю, о том, что 15, 20, 30 минут встречи с Путиным – это 2 недели в карантине, а не просто приехал посмотреть, как вы здесь живете. Да, во-первых, это две недели карантина, то есть все это подготовлено. Или если он там ручкается с 75 тысячами на стадионе имени Лужники, то это совершенно точно, что это не Путин, да, потому что вот настоящий Путин, он все равно за 20 километров сажает на другую сторону стола, смотрит в бинокль на человека, который находится по ту сторону стола, и все люди, которые вокруг него, они все проходят через карантин, постоянный карантин, и это, кстати, тоже интересно, потому что этот человек, он, кстати, объяснил, что у Путина, естественно, поехала голова после ковида, что все трехнулись на этом ковиде, что продолжается, то есть во всем мире уже давно все снято, а у Путина продолжает жить в ковиде, продолжает жить с карантином, и это нас должно немножко успокоить, потому что все-таки это означает, что Путин боится смерти, боится заболеть, боится за свое здоровье, и что, может быть, он не такой сумасшедший самоубийца, которым он хочет себя показать, когда он разговаривает про ядерное оружие. Это означает, что рассчитывать на то, что он пустит себе пулю в лоб где-то там в бункере, не стоит. А это я давно уже говорю. Это мне задавали вопрос еще 20 лет тому назад. Я всем говорю, для того, чтобы человек самоубился, ему нужно иметь некие ювелирные изделия Фаберже. А у Путина нет этих ювелирных изделий Фаберже. Вот. Он трус, абсолютный трус, и он абсолютно боится смерти, и он никогда не решится. Вот Гитлер решился. Причем, вы знаете, это, кстати, интересная была вещь, я его сравнивал с Гитлером, потому что Гитлер говорит, Германия, вот в конце, это даже было у него где-то там записано, Германия меня предала, Германия меня не заслуживает, поэтому я накажу Германию самоубийством моим. То есть я себя убью, чтобы они все расплакались и там, я не знаю, там несколько веков после этого дела себя корили, какого человека они потеряли. А вот Путин, он никогда себе не пустит. Он скорее Россию сгнобит, то есть он скорее нанесет ядерный удар по России, по остальной, для того, чтобы она поняла, какого человека она недооценила. Но и вот эта история с ковидом и с тем, что он боится заболеть, она все-таки доказывает, что он, конечно, трус, и он, конечно же, заботится о своем здоровье, и он не такой самоубийца, каким он хочет себя показать в разговорах про ядерное оружие. Чтобы закончить тему с этим интервью, в конце он обратился к тем, кто живет в России, и сказал, вот как бы я вам об этом рассказал, чтобы вы об этом знали. Но
Я не знаю, на меня это впечатление не произвело. То есть я посмотрела на эту речь, и она меня не зацепила нигде. Зацепила ли она кого-то, кто услышал и посмотрел это на территории России? Я думаю, что она зацепила всех тех, кто уже так думает. То есть это речь, которая не могла заставить вас передумать то, что вы, в чем бы вы, вот, допустим, вы были там путинистом, Z-патриотом, и вот прослушав это интервью, вы скажете, ах, вот мне она глаза открыла, все, теперь я тоже стану таким же. То есть в этом смысле на нее рассчитывать абсолютно не стоит. Да? Но она подтвердила все то для тех, кто уже так думает, для того, чтобы показать, вы знаете, это уже вот там несколько таких вещей, вот было интервью этих самых разговор Ахмедова с Пригожиным, который Иосиф, да, который то же самое они ругают, это вот тоже интервью для тех, кто точно так же думает, для того, чтобы им показать, что они не одни, что есть другие люди, и в том числе в самых таких структурах вокруг Путина, то, с чего мы с вами начали, для того, чтобы показать, что даже в ближайшем окружении Путина, даже среди людей, которые работают в суперструктурах, администрация президента, служба федеральной охраны, ФСБ, там, я не знаю, спецслужбы, служба внешней разведки, генеральный штаб, есть, безусловно, люди, которые думают точно так же. Вот для них это интервью – это значимая вещь. Ну и сегодня тоже еще одно событие, ну я не знаю, как событие, настолько ли оно масштабное, но, в общем, Путин выступил с большой речью о маленькой экономике, ну потому что чем дальше, тем меньше. Мне понравилась история с тем, что дефицит бюджета вырос, потому что цены на нефть себя не оправдали. Мы рассчитывали, что они будут больше, а они оказались немножечко меньше. Сегодня еще такие тезисы прозвучали. Что касается вот этой вот большой речи о внешней политике, как-то она, знаете, одновременно совпала с большой речью и с тем, что Китай, как-то сегодня посол Китая сказал очень интересную вещь о том, что Китай не поддерживает вторжение России в Украину. Заявление о безграничной дружбе между Москвой и Пекином просто риторический прием. Вот оно просто как-то так совпало или это какой-то посыл? Это посыл, безусловно, потому что Путин плюнул в лицо Си Цзиньпиню. Причем он плюнул абсолютно глупо в лицо Си Цзиньпиню, то есть единственному партнеру, который вообще у него оставался на планете. Ну, значимому, я имею в виду, да, потому что Зимбабве какая-нибудь там, Центральная Африканская Республика не в счет. Да, я имею в виду из людей, из стран, которые имеют значение на планете. Потому что Си Цзиньпинь, в общем, не очень хотел к нему ехать. Си Цзиньпинь приехал к нему сразу, несмотря на то, что накануне было объявлено, там за несколько дней было объявлено о мандате против Путина Международным уголовным трибуналом, Си Цзиньпинь все-таки приехал. Было видно, что не очень рад этому визиту, там улыбок таких не было, и со стороны Путина, кстати, тоже не было. Путин плюнул сразу Си Цзиньпиню уже, когда был визит, потому что он не прислал в аэропорт Мишустина, прислал какого-то там вице-премьера, фамилию которого никто не знал, и мы ее узнали во время этого дела, и сразу забыли, он не имеет никакого значения, но это протокольно, это был плевок. И дальше, как то подписали декларацию о том, что Китай и Россия выступают против использования ядерного оружия и против ядерной угрозы использования ядерного оружия. Это была очень значимая вещь для Китая. Для Китая это абсолютная красная линия. Абсолютная красная линия. Все остальное можно разговаривать, не разговаривать, можно подписывать, не подписывать. Но вот ядерное оружие для Китая это абсолютная красная линия. И как только Си Цзиньпинь уехать, как Медведев стал вякать, а потом Путин заявил о ядерном оружии в Белоруссии, а потом Лукашенко, а потом не только о тактическом, но и о стратегическом. И вот это первый звоночек, которого я ждал давно, то есть сразу, как только это было еще на прошлой неделе, в наших интервью я уже сразу говорил вашему каналу, что Си Цзиньпинь, безусловно, Китай отреагирует, потому что это вещь, которая для Китая абсолютно красная линия. Это не могло понравиться Китаю. И вот это заявление, это сильное заявление, потому что для китайцев это атомная бомба, это заявление.
потому что китайцы очень дипломатичные, они обычно всегда у них, вот если почитаете все подписанные документы, это просто словоблудие, там статья Си Цзиньпиня в российской газете и статья Путина в Джинмин Джибао, это абсолютное словоблудие, вот, и, кстати, с китайской стороны абсолютное словоблудие такое, мы все братья наверх там и так далее. Вот. А здесь, когда посол выходит и говорит, что это риторика, но это такой плевок, которого, в общем, я, откровенно говоря, от китайцев не ждал. Я даже его перепостил у себя в телеграм-канале, вот, но себе пометил, что надо бы перепроверить, потому что вообще это похоже на фейк какой-то. Да? Может, это украинские друзья сделали этот фейк для того, чтобы, значит, поссорить Путина с китайцами. Вот. И, конечно, если это действительно посол сказал, то это абсолютная дипломатическая ядерная бомба. Кстати, она, скорее всего, подтверждается, потому что было заседание Совета Безопасности, и там китайский посол то же самое сказал. То есть постоянный представитель Китая сказал, напомнил еще раз, что угроза ядерными силами и так далее абсолютно Китай ее не поддерживает и так далее. То есть, в общем, это, конечно, очень важная вещь. И важная вещь почему еще? Потому что, вы знаете, подтверждаются просто мои слова о том, что я вам говорил на прошлой неделе, что Путин, в общем, откровенный, потому что, ну, он поссорился уже со всем миром, и у него оставался только Китай. И так ссориться с Китаем, от которого он теперь, ну, с головой просто зависит, то есть если Китай от него отвернется, то вообще он, это Северная Корея останется, и у него же ничего нету, и все, что он говорил там про экономику, вы знаете, вот вы мне рассказали про это интервью, мне даже слушать его не надо, я знаю все, что он сказал в этом интервью, что все это враки, и что все, и в экономике нет ничего положительного, и мне даже слушать не надо, тратить время там час или сколько он там говорил, вот, и плевать в такой ситуации в лицо Китаю, это просто надо быть, ну, полным. Не нацисты, очень много говорил об этом, да, послов каких-то тоже там грамоты, ну, верчие грамоты, не знаю, как, да, это перенос. Верительные грамоты. Вручал им, вот, ну и что там, как-то в Балтийском море говорит неспокойно, о северных потоках вспоминал. Ну, в общем, ничего нового он точно сегодня не сказал. Тем не менее, okay. А что могло пойти? Верительными грамотами только, извините, да. Там наоборот, это послы, которые назначены в Российскую Федерацию, вручают верительные грамоты главе государства там, где они аккредитованы. Что касается вот этого визита Си Цзиньпина тогда, что могло пойти не так, что Путин, вот прям не дожидаясь, пока этот самолет с Си Цзиньпином взлетит, он уже решил себе, что оружие ядерное, да, там тактическое ядерное оружие будет передано в Беларусь. Вот что должно было такого произойти? Си Цзиньпин сказал, что я вам ничего не дам, и на меня можете не рассчитывать? Да, Си Цзиньпинь сказал, что я вам не дам вооружение. Си Цзиньпинь сказал, что я вам не дам вооружение. И Си Цзиньпинь сказал, что я не буду вам поставлять напрямую все те компоненты, которые вам нужны, потому что я не хочу попасть под санкции. Вы знаете, с точки зрения экономики, вот они там надували щеки и говорили, что да, у нас там замечательная совершенно торговля, а люди не анализируют торговлю китайскую. Обычная торговля китайская, вот поскольку мы это дело заговорили про это дело, я немножко вам расскажу. Обычный торговый оборот Китая и Российской Федерации – это 60 миллиардов в одну и в другую сторону. То есть это очень маленькие обороты. Это, ну, у Китая, для сравнения, у него весь торговый оборот – это 6 триллионов. Угу. Да, а с Россией всего 60 миллиардов в одну, ну, 120 миллиардов туда, в одну, в другую сторону. В прошлом году действительно был рекорд этого товарооборота, потому что Китай понял, что он может подзаработать на покупке дешевого сырья, сделать какие-то запасы, и поэтому импорт российского сырья увеличился до 115 примерно миллиардов. То есть 60 почти в два раза вырос экспорт российский в Китай. Но при этом экспорт китайский в Россию был всего лишь 70 миллиардов. То есть обычно 60, и он увеличился всего на 10 миллиардов. Хотя, вроде бы, Китай должен был сказать себе,
поскольку Россия слабая, поскольку я весь рынок западный для нее закрылся, это момент, когда я могу туда, в Россию, сбавлять сколько угодно моих товаров там, на любые бабки. И тем не менее, россияне в Россию, китайцы поставили всего лишь на 10 миллиардов больше, а россияне купили у них всего лишь на 10 миллиардов больше, чем в обычный год. А это означает, что, с одной стороны, россияне не хотят тратить заработанные деньги на китайские товары, им нужно вооружение, им нужна война, то есть они хотели, может быть, купить у Китая оружие, снаряды, пули, еще и что-нибудь в этом роде, а Китай им хочет продавать футболки и трусы. Вот. А трусы и футболки им не нужны, россиянам. А Китай им не хочет продавать электронику, потому что если он им начнет напрямую подавать свою хорошую электронику, то тогда американцы введут санкции против Китая. Я вот думаю, что вот это и состоялось в разговорах. Конечно, мы ничего этого не знаем, это все наши догадки, это наши домыслы, но это домыслы, которые объясняют дальше все, что произошло. Я думаю, что мы очень недалеко ушли от реальности. Ну, видите, сразу это наши домыслы, а потом сбегает с России какой-нибудь агент спецслужбы и рассказывает нам все наши домыслы и говорит, что вот это все правда. А, вы знаете, я все чаще слышу... Вы знаете, извините, у меня по этому поводу есть тоже интересный анекдот, потому что вот мы с вами обсуждаем какие-то вещи, да, французское телевидение ждет, пока эти же вещи через 3 недели скажет английская разведка или Washington Post. И потом подает это как супер-пупер вещи, которые вы только что узнали. А мы с вами это обсуждали 3 недели тому назад. Да, смотрите наше телевидение. Я все чаще... Мы говорим о том, что, смотрите, там Путин потерял последнего своего какого-то там... возможного партнера, да, имея в виду Китай, потому что он так поссорился теперь со всем миром. И вот все чаще в отношении Путина звучит слово «цугцванг», то есть там положение в шашках и в шахматах, при котором любой последующий ход ухудшает твою позицию. Ну и, собственно, я вот подумала о том, что, слушайте, грешным делом, а не является ли Путин агентом Китая? И, может быть, перед ним задача такая стоит, просто развалить все, чем он управляет? Это золотые абсолютно слова, потому что я это говорю уже 20 лет. Вы можете поднять мои статьи старые, в которых я даже ехидно говорил, что его надо обвешать всего нашими орденами. Даже я предлагал украинскими орденами его наградить. Потому что, конечно, эта война закончилась, вернее, породила уже много смертей, много горя. Но она так сплотила украинскую нацию, она так воспитала ваш боевой дух, она так образовала вашу армию, она так сделала вашего президента, вашу государственную власть, вашу борьбу с коррупцией, что, в принципе, он уже заработал себе звание Героя Украины. Путин заработал. А Финляндию возьмите, а НАТО возьмите, а Пентагон возьмите, а Европа, которая сплотилась. То есть Путин всегда, у него какая бы ни была риторика, он всегда всех ругает, но он всегда достигает прямо противоположного результата. И в этом смысле, безусловно, он является самым лучшим агентом Запада, самым лучшим агентом Китая. Россия вообще сдала Китаю все, что можно было сдать с Китаем. Чуть-чуть я вас поправлю, потому что вы сказали, вот он поругался с Китаем. Нет, он не поругался с Китаем. Китай продолжает сквозь зубы его поддерживать, и у Китая есть заинтересованность в том, чтобы классический конфликт России с Украиной продолжался как можно дольше, чтобы Россия себя истощала, чтобы Запад себя истощал. Вот. В этом смысле он не поругался по этому поводу. Китай не сказал, что мы там расторгаем все контракты с Путиным. Си Цзиньпин не сказал, что Путина мы больше не считаем вообще за человека. Нет, они просто отыграли немножко назад, и они ударили очень, очень сильно Путина, но дипломатично. То есть вот если бы нас с вами не было, то люди, которые прочитали бы это сообщение китайского посла, они бы сказали, ну, сказал он там, ну, это вот дипломатия такая, значит, то туда, то обратно. То есть это надо расшифровывать, что за этим стоит. Но это не означает, что Китай перестанет покупать дешевое российское сырье по бросовым ценам и продавать
те товары дешевые, которые ему нужно продавать, бросовые товары, в Российскую Федерацию. В этом смысле ничего не изменилось. Но поставлять Российскую Федерацию значимых товаров он не будет, и поставлять вооружение он не будет. Знаете, я все чаще в последнее время, у меня, как и у многих из нас, дома в мое детство стояли русские народные сказки. И у меня иногда такое ощущение, как будто Россия – это вот страна, в которой эти русские народные сказки не только писались, а еще и исполняются. Где Иванушка-дурачок может в какой-то момент стать правителем этого королевства. Да? Я понимаю, что... Кадырова взять, да, он был там пасовец, потом был водителем, теперь он руководитель Чечни. А взять Пригожина, который просто подносил еду, такая себе Золушка, и в какой-то момент он возомнил себя, ну, чуть ли не внештатным министром обороны. А Путин, который носил портфель с Собчуком, в какой-то момент, теперь 23 года, сидит и управляет, и он тут единственный, чье слово важно в этой стране. То есть ты смотришь, ты понимаешь, что вот они, русские народные сказки про Иванушку Дурачка. Да, абсолютно. Про Путина даже это сказка Пушкина о золотой рыбке, да, потому что вот он та старуха, которая сидела у разбитого корыта, а потом на него пролился дождь, и потом все у него было хорошо, но вдруг ему в 24-м году захотелось стать владычицей морской, и чтобы золотая рыбка, то есть Запад, на котором он зарабатывал деньги, был у него на посылках. И его, значит, послали, он оказался в итоге у того же разбитого корыта, где он и был. Да, это абсолютно все, потому что, ну, вы знаете, с другой стороны, ведь сказки – это мудрость народная. Да, другое дело, что страна, которая не делает выводов из своей народной мудрости, которая не хочет жить лучше, чем в сказках, чтобы сказку сделать былью, да, вот это коммунистическое. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Вот. А, кстати, по этому поводу, по-моему, Губерман это перефразировал, он сказал, мы рождены, чтобы Кафку сделать былью. Вот Российская Федерация — это страна, в которой не просто сказка о всяких дурачках, да, но у которой просто это большая шестая палата, это Кащенко, это Ганушкин, да, значит, это страна просто сумасшедших, где сумасшедшие правят этой страной. Это страна Оруэлла, да, вот Оруэлл издевался антиутопией своей 84-й год, а Путин построил антиутопию. И все вот как у Оруэлла, даже лучше или в этом смысле хуже. Большой брат там и, значит, Министерство обороны Российской Федерации, которое ведет захватническую войну. Министерство обороны ведет захватническую войну. Вот это абсолютно Оруэлл, это абсолютно 1984 год. Знаете, тут наша группа расследователей «Информнапалм» взломали экс-депутата Госдумы РФ Семена Багдасарова. Написал это все, как это назвало «Иранский гамбит». И я пока вижу эту статью, да, говорят, 7 гигабайт переписок с файлами, содержащими многочисленные скан-копии его личных документов, финансовые справки о сведениях и офшорах его семьи, документы финансовых махинаций по продаже государственной земли РФ, справки и другие интересные материалы для разведки, касающиеся налаживания российских экономических проектов в Иране, в Ираке, странах Африки, в Объединенных Арабских Эмиратах. И после анализа его переписок становится понятно, что публичная роль Семена Багдасарова и его участие в пропагандистских ток-шоу на канале Соловьева, где он выступает в манере Жириновского с агрессивными выпадами против врагов России, лишь верхушка айсберга. Ну а в подводной части этого айсберга скрывается теневое влияние Багдасарова на различные экономические процессы и оборудки. Я думаю, что будет нам на что посмотреть. Но как-то, видите, все тайное рано или поздно становится явным. Да, конечно. Ну, у нас уже таких сливов было огромная куча. Самый интересный в отношении Украины слив был, помните, когда взломали электронную почту Суркова, у которого тоже нашли все документы, у него нашли все подтверждения, что никаких сепаратистов нету в Донбассе, есть российская армия, есть российский бюджет. Есть российские спецслужбы, в которые и все это дело решается в Кремле, собираются министры российские, делается бюджет этих республик в Москве, все деньги выделяются в Москве, все товары, потом это выдается за какую-то гуманитарную помощь, убиваются эти армейские люди, у них там списки с номерами боевых частей российских, да, и так далее и тому подобное. То есть, ну, конечно, я так думаю, что в данном сливе мы не узнаем,
узнали ничего нового. Это просто конкретные счета, конкретные номера, конкретные суммы, конкретные люди. Это является просто доказательством того, о чем мы уже все знали много-много-много лет. Пане Сергію, я дякую вам на цьому. И я вам тоже. За разговор, за ведь и про спецслужбы поговорили, и про то, как Путин ведет Россию, не знаю, то ли к Китаю, то ли к развалу, потому что чем дальше мы говорим об этом, чем дальше мы понимаем, что как бы вроде ни Европе, ни Китаю, я так понимаю, развал России и распад России как бы и не нужен, тем не менее, пока непонятно, кому он таки ее отдаст, к кому он ее таки приведет. Если вообще он доживет до момента, когда ему что-то придется отдавать, потому что, повторим в очередной раз, потому что они нас слушают, и мы им повторим, вот так же, как этот вот человек, который слил какую-то информацию, напомним, что самым лучшим выходом для Российской Федерации из тупика, в который загнал, и из самоубийственного шага, который сделал Путин, является сдать Путина в Гаагу. И вернуться обратно, отменить все решения неправедные, которые были приняты, выплатить все репарации и продолжать жить нормально, как это было, возможно, до 2014 года, по крайней мере. Старший офіцер служби зовнішньої розвідки КДБ і ФСБ Сергій Жернов був зі мною цієї години. Абаз Галямов, політтехнолог, який уже долучається до нашого ефіру. Абаз, здравствуйте, раді вас привітувати. Здравствуйте, взаимно. Благодарю. Абаз, ну, рукописи не горят, а чайники вполне. А в центре Москвы горело здание Министерства обороны. Официальная причина пожара – это возгорание неисправного чайника. Что ж такое? Действительно ли неудачно вскипел чайник? Или это очередное доказательство того, что в России и у Путина больше нет безопасного тыла или его никогда и не было? Ну, строго говоря, есть все основания согласиться с вашим, вот со второй частью вашего утверждения. Конечно, никаких доказательств у меня нет, но сама атмосфера, складывающаяся в стране, растущее недовольство происходящим, растущая ненависть к диктатору, разговор Ахмедова, сенатора Ахмедова с продюсером Иосифом Пригожиным это продемонстрировал, как это выглядит. Значит, помноженное вот это растущее недовольство и ненависть, помноженное на страх и, значит, невозможность выразить свои эмоции, негативные эмоции в легальном политическом поле, ну, вот эти две вещи, когда их помножают друг на друга, но они ведут к росту, значит, какой-то нелегальной активности, террористической активности, значит, спонтанных каких-то диверсионных актов. Да, поэтому, ну, это вполне может быть какой-то осмысленный поджог. Не обязательно какой-то, знаете, там такой официально оформленной террористической группой, которая там, знаете, такие вот эсеры-революционеры, да, значит, которые там готовят какие-то акции против органов власти в духе того, что они делали там 100 лет назад, да, убийство царя, там, министров. Вовсе не обязательно, конечно. Просто, может быть, кто-то из сотрудников Минобороны настолько у него это все уже вот накипело, что, ну, хочется как-то выразить свое недовольство. Вот он тихонечко это все организовал, значит, и сделал. Ну, как вот военкоматы поджигают. Подавляющее большинство этих историй, они же не то чтобы кем-то организованы. Ну, просто люди выплескивают свои эмоции. Так всегда бывает. В ответ на уменьшение возможности выразить свое несогласие через официальные политические институты в тоталитарном государстве возрастает количество каких-то вот таких диверсионных актов, саботажа какого-то и так далее. Что может стать триггером к тому, чтобы вот эти возгорания бытовой техники от масштаба чайника перешли к масштабам магазина, скажем так? Ну, для этого должны продолжаться нынешние тренды. То есть это будет усиливаться. Усиливающиеся репрессии приведут к росту числа вот подобных историй. Да, и в
конце концов, ну, от простых поджогов там, кто-то перейдет к политическим убийствам в том числе. Значит, так всегда бывает, история об этом свидетельствует. Но, условно говоря, Юлий Цезарь похоронил Римскую республику и создал империю, провозгласил себя императором, и закончилось тем, что ближайшие же его сподвижники, Брут знаменитый, его убили. Ну, то есть власти сами создают ситуацию, которая движется в эту сторону. И думаете, оно будет и прогрессировать в ближайшее время? Мы сможем, да, это увидеть? Ну да, ну то есть есть все основания предполагать. Понимаете, чтобы это остановить, нужно дать людям возможность выражать свою политическую позицию в легальном политическом поле. То есть должны вернуться в страну свобода слова, честные выборы. Понимаете, пока ну, никаких намеков на то, что это возможно в ближайшее время, мы не видим. Да, намеков действительно даже ими и не пахнет. Зато пахнет другим, другими предложениями. Мы с вами, Аббас, за эту неделю увидели множество разносторонних реакций на подрыв и ликвидацию военкора Владлена Татарского. И вот есть даже такие, как депутат от Госдумы Слуцкий. Он предлагает даже смертную казнь ввести. В принципе, на фоне того, что мы говорим о том, что репрессивная машина только закручивает гайки, возможен ли такой сценарий даже в Российской Федерации по состоянию на сейчас? В принципе, он возможен, хотя, конечно, Слуцкий, ну, не та фигура, на которую можно ссылаться, это в принципе, маргинал. Вот. Но в целом, конечно, сейчас ничего невозможного нет. То есть они могут даже до такого дойти, что и смертная казнь, и усиление будут вполне приемлемым. И на это все будут смотреть и граждане, и окружение, и пока терпеть еще? Ну, смотрите, как очень замечательную вещь когда-то сказал Токвиль, величайший исследователь Великой Французской революции. Массы восстают не против злодеяний режима, они восстают против его слабости. То есть будут терпеть до того момента, пока... Вот Акелла, что называется, там не промахнется совершенно очевидно. Да, и как это было с Акеллой, стая, бежавшая за ним, как только почувствовала, что он состарился и промахнулся, тут же была готова его порвать на части. Это такая абсолютно архетипическая история, надо понимать. Это описано большим количеством антропологов, например, знаменитым Джо Фрезером, его знаменитой «Золотой вес», знаете, огромное такое многотомное исследование. Там не то что десятки, там сотни примеров перечислены от Древнего Рима, значит, что до республиканского, ну, на этапе, когда там государственность только-только формировалась, до современных африканских племен. Одна и та же история, значит, правитель, которому, власть которого была практически абсолютной и никем не ограниченной, когда он становился старым и немощным, и считалось, что боги его покинули, и его убивали. Те самые, которые до этого ему поклонялись. Так называемый царь дождей. Вот. Или его убивали, когда даже не обязательно было становиться немощным, старым и немощным. В некоторых случаях просто когда происходило какое-то большое несчастье, например, засуха, да, считалось, что вот, духи покинули, боги покинули вот этого правителя. И для того, чтобы вот с этим несчастьем справиться, надо идти. Тогда его тоже, повторюсь, те самые люди убивали, которые до этого ему молились. Можно еще вспомнить французского поэта Жана Росина. Значит, попробую дословно процитировать. «Народ покорствует и чтит царя обычно до тех пор, что пока царь не попал в беду, тогда он восстает и рвет свою узду». Как-то вот так было сказано. Знаете, я выше процитировал Токвиля. Я боюсь, не хочу занудствовать, да, но на всякий случай сделаю оговорку, что может быть это Эрик Хофер, вот кто-то из этих двоих. На всякий случай, значит, если кто-то там, знаете, из ваших зрителей поймает меня на том, что я, значит, соврал, я вот на всякий случай сделаю эту оговорку. Короче, история подобного рода
значит, человечество видело огромное количество, да, и нет никаких оснований предполагать, что случай с Путиным будет не то же самое. В тот момент, когда его власть пошатнется, когда окончательно станет понятно. Ну, то есть она уже шатается, надо понимать, да, эти прошлогодние поражения, Харьков, Херсон, вообще сама по себе, сам по себе факт, что вместо Киев за 3 дня, то, что они обещали, мы имеем сейчас войну уже на территории России, то диверсионные группы какие-то врываются, значит, там в Брянскую область, то теракты происходят глубоко в тылу, в родном городе президента. Все это, конечно, свидетельствует о слабости Путина, да, и поэтому трон уже пошатнулся. Ну и вот в какой-то момент, когда, значит, его ослабление станет окончательным, собственно говоря, ну, с ним покончат примерно так же, как когда-то румыны покончили с Чаушеску, и в лучшем случае для Путина это будет примерно так же, как первые покончили с Милошевичем, когда его выдали в Гаагу. Да? Надо же иметь в виду, кстати, что вот, не все знают просто, что Чаушеску расстреляли не восставшие сами по себе, не то чтобы там какие-то, знаете, революционеры, повстанцы там. Нет, от революционеров-повстанцев он сбежал на вертолете. Расстреляли его собственное окружение, военные, румынские, те самые, которые у него с руки на протяжении долгих лет кормились, самые верные, самые близкие к нему приближенные. В течение буквально суток организовали трибунал и тут же к стенке поставили. Да, поэтому, ну, вот так это бывает. Ну, а мы знаем, что истории свойственно повторяться. Но, тем не менее, пока если говорить о силовиках и о молитвах, то они его боготворят, по крайней мере, об этом говорит Глеб Каракулов. Я думаю, вы видели, вот, да, я вас сейчас спрошу, может, он ошибается. Центр Досье пообщался с неким Глебом Каракуловым, которого назвали журналисты-расследователи капитаном Федеральной службы охраны. И вот он утверждает, Аббас, что между собой офицеры этой же Федеральной службы охраны называют Путина шефом и всячески боготворят. И они действительно считают, что он правильно делает, что надо было еще в 2014 году ракета Майдан. Думаете, он ошибается? И те, кто его продолжают боготворить, они по каким причинам это делают? Это идеологические побуждения, деньги, страх? Что ими движет? У меня нет никаких оснований сомневаться в честности и порядочности Каракулова. После того, что он сделал, ну, есть и основания предположить, что он глубоко порядочный человек. Но он инженер. Да, он не инженер человеческих душ, что называется. Да, поэтому, ну, он имеет право не понимать, что между показной лояльностью и лояльностью реальной при авторитаризме, причем сейчас это уже даже, ну, отчасти тоталитарный строй, пока транзит от авторитаризма к тоталитаризму не завершен, конечно, и, скорее всего, не завершится окончательно. Но, тем не менее, элементы тоталитаризма в прошлом году у нас появились, и их все больше. Так вот, в таких ситуациях между показной лояльностью и лояльностью реальной пропасть. Мы вот в эту историю чуть-чуть за эту, если можно так выразиться, занавеску получили возможность слегка, так сказать, подзаглянуть благодаря опубликованной прослушке разговора Ахмедова с Пригожиным. Это же очень показательная история. Тот же Пригожин, он же на публике носится с флагом, с портретом Путина, он там патриот, значит, все там для Владимира Владимировича. А за глаза он что, недомерком его называют, значит, считает преступником и негодяем, который уничтожил страну. Понимаете? А на публике вон как. Поэтому, значит, еще раз, вот, лояльность ФСОшников основана на, в первую очередь, на... Это основа лояльности реальная. Не слова, вот the royal thing, то, что называется. Это сила Путина. Они уважают только силу, а он силу не демонстрирует. Последний год прям проблема. Он демонстрирует жестокость, да, но между жестокостью и силой есть разница. То есть какие-то моменты можно, значит, вторую принять за первую, но в целом это разные вещи. И те в ФСО, кто поумнее, а там такие есть. Я же с ним много общался. Я, напомню, 3 года работал там. Значит, там есть и поумнее. Там не все такие дубы. Ну, то есть, конечно, там дубов хватает. Вот, но есть и умные. И те, кто поумнее, они, конечно, эту разницу уже увидели.
И поэтому, да, я, конечно, я не говорю, что это там в целом ФСО как структура готовы к революции. Нет, но то, что там рейтинг Путина, фигурально выражаясь, падает, нет никаких сомнений. И тем более это происходит. Вы же меня не только про ФСО спросили, вы меня спросили про в целом силовые структуры, так ведь? Так, да, да, да. Значит, от ФСБ до армии. И совершенно очевидно, что во внешних, что называется, структурах по отношению к Путину, ну, то есть ФСО это вот внутренние силовики, да, там, которые прямо вокруг Путина. Вот. А внешние структуры от ФСБ до Министерства обороны, там уровень лояльности, конечно же, снижается. У армейцев есть все основания, значит, разлюбить Путина. Ну, во-первых, им надо на кого-то возложить ответственность за свое плохое, так сказать, представление. Знаете, как говорят, плохому танцору каблуки мешают. Ну, то есть всегда нужно найти какой-то каблук, на который ты спишь свои неудачи. Вот. Министерство обороны, армия танцует из рук вон плохо. Обещали взять Киев за 3 дня, значит, сейчас готовятся к украинскому контрнаступлению, окапываются там уже в Крыму, причем весь Крым перекопали. Вот. Значит, ну, либо им надо признать, что мы плохие танцоры, ну, либо надо на каблук свалить все это. Вот. Этим каблуком является политическое руководство. Всегда, везде у армии виноваты политики. По-другому не бывает. А кто у нас главный политик в стране? По сути, единственный политик в стране. Все остальные его обслуга. Ну, за исключением несистемной оппозиции. Значит, и вот единственный политик в стране Путин, в этой ситуации ни на кого другого, как на него, ты вину не возложишь. А основания есть, там есть к чему придраться. Значит, вот это засилие чекистов, контрразведчиков. В армии никогда не любили вот этих комиссаров и контрразведчиков. Да, их засилие. Потом Путин вообще за всю историю армии российской, вернее, своего руководства армии, да, не назначил ни одного военного, профессионального военного министром обороны. Значит, когда Путин пришел, там был маршал Сергеев, министр обороны, через пару-тройку лет, точно сейчас не помню, ну, через 2-3 буквально, значит, Путин его убрал, и после этого у нас были Сергей Иванов, невоенный разведчик, значит, Сердюков, вообще не пойми кто, значит, и сейчас Шойгу тоже в значительной степени не пойми кто, но окей, МЧСник. Ну, вот. И вот, то есть, каждый из них, причем, не просто приходил, а они приводили, особенно вот двое последних, приводили туда толпы, значит, гражданских, рассаживали их на женский батальон Сердюкова, до сих пор там в армии вспоминают, да не только в армии, и на гражданке, так сказать, Сердюков с Васильевой стали фигурами эпического масштаба для российской политики, что называется. И каждый из них вот приходил, приводил какой-то свой женский батальон, кучу людей из гражданки, рассаживал на ключевые должности, увольнял генералов. Ноги вытирали о генералов. Вот это выражение «зеленые человечки», значит, его ассоциируют с Крымом сейчас. Uh-huh. Да, но на самом деле впервые этот термин появился в окружении Сердюкова и носил исключительно презрительный оттенок. Так вот эти пришедшие из ФНС сердюковские женщины, типа Васильевой, называли профессиональных военных, армейцев. Да, то есть армии вообще есть что вспомнить. Раньше Путин был отец родной, он их хорошо кормил, обеспечивал им высокий социальный статус, особенно по сравнению с 90-ми. Да, и в принципе, ну, не на что было жаловаться. Зарплаты росли, ну, все хорошо. Да, и поэтому, ну, его воспринимали как отца родного. Но сейчас-то он их выяснил, что он их кормил на убой, он их бросил в пекло, причем совершенно неподготовленную войну, войну, которую провалила, значит, с точки зрения подготовки разведка, чекисты, эти самые путинские чекисты хваленые, они провалили войну. Ну, то есть, вот это все, что я сейчас говорю, армейцы имеют право предъявить и, безусловно, предъявляют Путину. Да, поэтому, мало того, что он слаб, повторюсь, силовики уважают только сильных лидеров, а не слабаков. И жестокостью тут это дело не исправишь. Тут мало прессовать гражданских. Надо на поле боя свою эффективность доказывать.
Надо свое личное мужество, в конце концов, проявлять. Не то, что там прятаться в бункере. Он в Зеленский на передовую ездит. Там десятки раз уже бывал, да? В Бахмут приезжал, там, где бои идут уличные. Вот. Ночью в Мариуполе один раз вырвался, на секунду заскочил, значит, что там буквально двухминутный сюжет записать, да? Быстро-быстро, пока никто не узнал, не заметил. И умчался так же стремительно. Вот. Ну, то есть, вот все, что я говорю, да, это в принципе может и звучит в устах человеков. Понятно, что они тоже боятся, там везде чекисты, везде уши, что называется. Ну, и вообще в целом они деморализованы поражениями своими, своей неспособностью, что-то сделать в ССУ. То есть они, в принципе, сомневаются вообще в своей субъектности сейчас, в своем профессионализме. Вот. Значит, поэтому от них там активных действий не жди, там в духе там переворот какой-нибудь совершить, да. Вот. Но недовольство, в принципе, есть. И в среде чекистов то же самое. Там, ну, либо надо признать, что это мы все провалили, да, ну, либо надо кого-то крайним назначить, да. И крайним, опять же, назначают начальника всегда. Вот. Так что никакой лояльности там, значит, по-настоящему силовых структурах уже сейчас нет. Ну, как бы остаточная лояльность, конечно, есть еще. Лояльность, основанная на страхе, есть. Да? Но в целом разложение идет полным ходом. Да еще и денежный аспект, ведь все разворовано, как уже все заметили. А сейчас санкции, Путин уже сам сидит, говорит, это надолго. Это ведь тоже будет подливать этого масла в огонь? Да, конечно, эрозия будет продолжаться. То есть то, что началось когда-то, стало заметным в 2018 году, на самом деле эрозия шла и до этого, но в 2018 году это уже стало заметно, вот это падение этих рейтингов. Напомню, что в 2015 году, согласно данным ФОМ, Фонда общественного мнения, рейтинг, электоральный рейтинг Путина был 76%, а к январю 2020 года он упал до 45%. Падение, да, представляете, почти двукратное, ну, без малого двукратное, да, с 76 до 45. Вот эти процессы разложения, которые сначала шли, так сказать, на периферии, да, они сейчас дошли до элит, в том числе и до силовиков. И вот эта эрозия социальной базы режима, социальной базы Путина, она, конечно, идет, и, в принципе, эти процессы были заморожены, знаете, вот первые месяцы войны, когда общество было шокировано происходящим, масштабы, эпические масштабы вот этого зла, которые творились, они как бы заморозили способности граждан происходящее оценивать. Но через несколько месяцев то, что было заморожено, резко так, внезапно, знаете, быстро заморозка же бывает в медицине, вот это начало оттаивать. И те старые процессы разложения, социальной базы, о которых я говорил, падение рейтинга, да, вот это все сейчас снова начинает происходить, и эти процессы ускоряются. Путин с помощью репрессий пытается все это заморозить, но, как говорят, песок – плохая замена овсу. То есть репрессии не дают реальной, так сказать, любви, реальной поддержки. Они создают видимость этой любви, этой поддержки на какое-то время. Но потом в какой-то момент, в момент там, какого-то значимого ослабления режима, вот эта вся ненависть, она там прорывает вот эту глянцевую поверхность лояльности напускной. Да, и мы видим, как народ, еще вчера рукоплескавший, рвет тирана на куски. Как это было в случае с упомянутым Чаушеску? Ведь буквально за 2 или 3 недели до того, как его расстреляли, там состоялся очередной съезд правящей партии. Чаушеску выступал, я сейчас точно не помню, но сколько раз ему аплодировали. Но, в принципе, там каждый, я помню, посчитал даже, взял там 20 или 30 минут речь была, да, и количество аплодисментов я поделил, и получилось, что где-то в среднем каждые 3 минуты аплодировали. Вот.
через 3 недели его, повторюсь, всех перестреляли. Это очень быстро происходит. Но, Аббас, я даже не уверена, что Путин нуждается в ощущении и понимании реальности происходящего. Если верить, а мы с вами, я так понимаю, склонны верить Каракулову, то он живет, по сути, в информационном вакууме. Мобильным не пользуется, интернетом не пользуется, распечатывает все на листочке, как мы тоже и предполагали не раз. Возит с собой какую-то будку для переговоров. А как вы думаете, он живет в таком себе сне падишаха, скажем так? И как долго он готов обманываться, и как глубоко его обманывают, и он позволяет это делать? Ну, смотрите, он до самого последнего дня своего с удовольствием будет вот так обманываться. Вопрос ведь не в его желаниях, а в его возможностях. Помните, как в «Кавказской пленнице»? Имею возможность купить козу, но не имею желания. Возможность купить дом, но не имею желания купить дом, но не имею возможности. Так что вопрос не в его желаниях, а в возможностях. Вот. А возможности все меньше. Значит, вы спросили, значит, об его возможности. Живет ли он во сне? Да. Живет ли он во сне падишаха? Да. Насколько вы сказали, насколько его обманывают? Да, да. Как глубоко? Знаете, как это стоит? Там не то, чтобы кто-то осознанно там принимает решение, дай-ка я его обману. Конечно, нет. Там все его боятся. И того, кого боятся, ну, и обмануть в том числе боятся тоже. Но просто даже если ему говорят правду, эту правду, знаете, вот обкладывают таким количеством ваты, чтобы смягчить, так сказать, да, что реальность, конечно, искажается. То есть это не де-факто обман. Ну, то есть не то, что, знаете, приходит Кириенко и говорит: Владимир Владимирович, у вас рейтинг вырос, хотя на самом деле рейтинг падает. Ну нет, такого нет. Он приходит и говорит: Владимир Владимирович, рейтинг падает, но, слушайте, вы же понимаете, в чем реальная проблема. Ну, потому что уровень жизни снижается, народ-то у нас, сами знаете, если честно. Ему лишь бы там сладко жрать, да крепко спать, и ничего не делать. Да, а то, что вы там с утра до вечера там с НАТО боретесь, значит, интересы Родины защищаете, так этому народу и по барабану, значит. Ну, так что, вот такая ситуация. Экономика падает, поэтому вот, значит, и рейтинг падает. Ну, и Путин вот так это как бы все слушает, да, и, в принципе, ну, у него формируется такая картина мира соответствующая, да. Ну, то есть, строго говоря, вот такого обмана нет, да, но в целом искаженное восприятие, конечно. И он готов... А как вы вообще думаете, он в это все действительно верит? Или он просто хочет в это верить? Ну, неужели он не может понимать, что что-то-то идет действительно не по плану? Не, ну то, что что-то идет не по плану, конечно, он понимает. Ну как, если ты собирался в Киев взять за 3 дня, и после этого, значит, уже там уходишь в оборону, и враг уже на твоей территории? Ну, конечно, он это понимает. Но опять он просто вот это искаженное мировосприятие, о котором я говорил, значит, не позволяет ему понять, в чем реальная причина проблем. Да, то есть каждый из тех, кто ему докладывает о том, что там на фронте поражение, назначает кого-то крайним, но не его. Приходит Шойгу, и там, условно говоря, на Пригожина валит, на чекистов валит, на Чемизова обязательно валит, потому что, значит, не поставил нам танки «Армата», значит, и вообще вооружение плохое. На разведку валит там, значит, ну, то есть на все, ищет крайнего. Приходит Пригожин, валит все на Шойгу, значит, вот. Путин это все слушает и понимает, что у него и Шойгу, и Пригожин, и разведчики. Господи, как же всем этим руководить-то? Вот как это ужасно, как ужасна жизнь великого человека, значит, который вынужден руководить бездарями. Понимаете, вот он так сидит, это все воспринимает. Ну и, соответственно, неадекватная картина мира, то есть он не понимает, что он сам источник всех этих проблем. И соответственно, вот он, ну, решение принимает для того, чтобы решать эти проблемы, неадекватные. Да, потому что он, ну, корень-то проблемы не искореняет, да, себя. Иначе бы он давно бы уже в куле себе висок пустил. Вот, а так он, значит, ну, там, то Суровикина, значит, повысит, Герасимова понизит. То потом, значит, передумает, Суровикина понизит, Герасимова повысит. Пригожина призовет, значит, потом Пригожина отгонит, скажет Шойгу, не давай Пригожину снарядов. Там. Ну, то есть, вот он делом занимается.
И вчера, ну да, хоть то туда, то сюда, ну, как говорят, пути назад у него нету, но вперед уже тоже немного все закрыто. И вчера такая на окончание нашего разговора Аббас, нотка реальности прозвучала в его этой сюрреалистической симфонии. А Путин принимал верительные грамоты у послов 17 стран. Ну и вы видели, в конце церемонии он попрощался с ними, возникла пауза, он попрощался еще, еще, а пауза опять возникала. Он говорит all the best, а они ему как бы, ну, ничего не сказали, такой игнор молчания. А это уже такая вот hasta la vista или finita la comedia. И хочу вас спросить, насколько эта внешне-дипломатическая оплеуха может обратиться таким внутриполитическим ударом против него и еще одной каплей для понимания вот этих людей, что его имидж, его репутация катится уже к минус нулю. Ну, я, конечно, из такой мелочи не буду там делать глобальных каких-то выводов. Хотелось бы, но не знаю, что тут, что вот моя профессиональная, что ли, составляющая, она протестует против этого. Ну, слава на голову, не хочу натягивать. Но, конечно, это еще одна символическая история. Вот вы ее увидели, так ее так увидели многие. Ну, то есть, Путин сейчас оказался в ситуации, знаете, то, что называется, падающего подтолкни. Или это в Библии описано, как у неимущего отнимется. Вот он в политическом смысле, в материальном смысле он, у него все нормально, он очень даже имущий. Но в политическом смысле он уже неимущий. И поэтому вот так, значит, сейчас, ну, все работает, в принципе, против него. Ну, за исключением таких абсолютных таких позитивных вещей, которых нет. Ну, если бы, допустим, вот сейчас они захватили Бахмут, пошли бы там лихо до Киева, там, захватили бы Киев. Ну, это бы сработало на него, тут никаких сомнений нет. Вот. Но этого же нету. А вот все остальные вещи, на которые раньше бы никто внимания не обратил, в ситуации, когда он был успешен, там, шел в гору, значит, все его боготворили, да, никто внимания не обратил вот на эту вчерашнюю историю. А поскольку все его уже не любят, ненавидят и ждут только подтверждения своих теорий, что все, его звезда закатилась окончательно, вот все видят уже и в таких вещах какие-то символы. То есть эта история не сломает ему хребет ни в коем случае, да, но она символизирует вот то, как люди это воспринимают, она конечно, очевидно, вот то, как люди это воспринимают, подтверждает то, что эта история носит, ну, имеет символическое какое-то значение. Вода камень точит. Спасибо вам, Аббас, большое за ваше разъяснение и за ваш взгляд, за вашу позицию, что находите время. Аббас Галямов, политтехнолог, был гостем нашего эфира. Рамис Юнус, политолог, эксперт с международных дел. Господин Юнус, здравствуйте. Витаю вас, дякую за запрошение. Рад вас видеть в добром здравии. Приветствую всю нашу многоуважаемую аудиторию. Слава Украине! Спасибо, героям слава. Господин Юнус, давайте начнем с того, что президент Украины Зеленский поехал с официальным визитом в Польшу. Это впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину анонсированный визит украинского президента в другую страну. И вот он встретился с Анджеем Дудой, президентом Польши. И вы знаете, он получил наивысший орден «Орел». И также много помощи мы получили от Польши. И Дуда сказал о том, что никаких переговоров с Россией не может быть о территориях Украины, только победа, только изгнание врага с нашей территории. Скажите мне, пожалуйста, можно ли считать после Соединенных Штатов Польшу наилучшим другом Украины? И нужно ли нам в перспективе создавать с Польшей какие-то военные союзы? Я стараюсь всегда быть с вами объективным, несмотря на то, что война – это такое дело, чтобы иногда приходится быть дипломатичным, иногда приходится говорить обтекаемо. Но в этой войне, через которую сегодня проходит Украина, и такая дорогая цена, за которую вам приходится платить за эту войну, иногда стоит отходить от дипломатии и вещи называть своими именами, просто открытым прямым текстом. Когда вы меня спрашиваете, кого назвать первым другом, вот я как гражданин Америки, например, я, конечно, сказал бы Польшу. Несмотря на то, что сегодня ваш главный союзник в военно-политическом плане, вас своими возможностями, конечно, Соединенные Штаты Америки. Но Польша, вот с первого дня этой войны по сегодняшний день она ни разу не играла. Она не придерживалась политической конъюнктуры, потому что Польша на себе хорошо вот чувствует исторически, что такое Российская империя, Советский Союз. Вот. Она, наверное, последняя из таких трагедий, это трагедия Катыни, да, Вторая мировая война, которая вот по сегодняшний день, она огромная пропасть между российским народом и польским народом, между этими двумя государствами. Поэтому реакция Польши вот так на эту войну, и в первую очередь в гуманитарном плане, как они приняли вот вас,
граждан Украины, эти миллионы беженцев, это все проходит через территорию Польши. И сегодня и в логистическом плане, и во всех других моментах Польша идет буквально в авангарде. И поэтому, когда я регулярно выступаю на ваших каналах и оценивал те или иные визиты или выступления вашего президента, я всегда говорил, что если президент Зеленский и должен покинуть страну и посетить, он должен, конечно, посетить Вашингтон, Лондон и, конечно, Варшаву. Эти три страны, они стоят особняком. Они стоят особняком, и у каждой из них свои плюсы и минусы, да, в этом плане, в этом подходе. Ну, что касается США, это по той простой причине, что первый визит, выход, это, конечно, надо было здесь и политические, и идеологические, и информационные, и плюс, конечно, предметная беседа. Поэтому поездка в Вашингтон, она имела вот такой огромный эффект. Вот. После этого однозначно это... И все это происходит транзитом через ту же Польшу. Да? Uh-huh. Второй визит – это, конечно, Лондон. Мы все помним первую реакцию того же Бориса Джонсона, его визит в Киев и поведение Бориса Джонсона, в первую очередь, как лидера Великобритании. И вот тот задел, который сделал Борис Джонсон, продолжают и все предыдущие, все следующие премьер-министры, и Ли Страс, и нынешний Риши Сунак. И я не сомневаюсь, что они также в этом вопросе будут идти этим же дирекшеном. Вот. А Польша стоит, вот я как говорю, особняком в плане того, что она и географически к вам ближе, и исторически к вам ближе. Еще надо не забывать, что сколько у вас было сложностей во взаимоотношениях с той же Польшей. И вот то, что Польша вот так четко, благородно, правильно, политически вот повела себя в этой войне, форс-мажор, вот уже катастрофа такая, да? И Польша не отделила себя от этой катастрофы, и поэтому иногда видите, как она давит и на Евросоюз в вопросах санкций, и на НАТО, и на те же Соединенные Штаты, на тот же Рамштайн в правильном подставок оружия вам. И поэтому далеко не случайно именно президент США выступал в Варшаве, и там же, где и выступал ваш президент. То есть понимают значение государства Польши в этой войне. И то, что вот так президента Зеленского принимали, тепло, и то, что вот 300 тысяч только в Варшаве живет вас, украинцев, да, я уже не говорю, сколько их по всей стране были гостеприимно приняты. И реакция Польши как в гуманитарных вопросах, так же и военно-технических, я уже не говорю во всех остальных вопросах, оно, конечно, заслуживает уважения, и поэтому я считаю очень правильным с политической точки зрения визит вашего президента туда, это демонстрация исторической такой близости. Это будет историческим моментом и на перспективу. Вот то, что вас сближает, и то, что разделяет сегодня Польшу с Россией, да, вот разделяет их Катынь. То, что будет разделять на долгие годы, на несколько поколений вас с Украиной, Россию и Украину, да, это вот с 2014 года, и вот, конечно, то, что прямая такая агрессия 24 февраля прошлого года. А это все вас, наоборот, еще делает еще ближе, да, друг с другом. И поэтому это надо, конечно, подчеркивать. Это месседжи как самим народам Польши и Украины, это месседжи и россиянам, это месседжи и всему коллективному Западу. И, с другой стороны, самое главное, что я из этого сделал вывод, что я думаю, это месседж, как вот отвечая на ваш вопрос, это, конечно, месседж на то, что Польша и Украина могут отдельно заключить отдельный договор. Вот, грубо говоря, я вам как пример говорю, Турция и Азербайджан. Турция член НАТО, Азербайджан не член НАТО. Между ними военно-стратегическое партнерство на самом высоком уровне. И вы это знаете, между ними существует и союзный договор, военно-стратегическое партнерство, вот последняя Шушинская декларация. Поэтому почему бы не заключить Варшавскую декларацию, почему бы не заключить что-то похожее по всем направлениям. И чтобы об этом понимали бы, к этому, конечно, вполне может добавиться, усилить это и страны Балтии. Я имею в виду вот все те, кто ведут себя с первого дня достойно в этой войне. И я имею в виду представителей новой Европы, да, страны бывшего Варшавского договора. И, естественно, они вот так все вместе, пока еще Польша... Украина еще не принята в НАТО, Украина еще не принята в Евросоюз, но уже сегодня можно все это сделать, вот это политические заявления, плюс они дадут возможность не ждать завершения этой войны, чтобы потом не было никаких спекуляций, вот консенсус, 27 стран, там 31 страна, тем более уже НАТО, кто-то согласится, кто-то нет. А вот здесь, когда есть вот такое двустороннее сотрудничество, заметьте, да, у Азербайджана с Турцией такие отношения, у Азербайджана с Пакистаном,
Афганистаном и с Израилем. А вы можете это сделать с несколькими странами во главе с той же Польшей. Поэтому, резюмируя, я оцениваю очень высоко этот визит, и поляки этого заслужили. Господин Юнус, а не считаете ли вы, что вот такая активность Польши и ее лидерство в помощи Украине, могут негативно влиять на такие страны, как Германия или Франция? Потому что уже были разногласия между Германией и Польшей, и мы понимаем, что якобы Германия должна была в Евросоюзе играть первую скрипку, как самое такое серьезное государство. А здесь как-то не так. Польша и особенно Британия, Великобритания, которая не в ЕС, в Европе, они... лидеры, но не Германия. В политике нет такого понятия постоянного, чтобы кто-то сказал, вот я лидер и объявил себя лидером. Uh-huh. Для того, чтобы ты был лидером, вот, например, все говорят, что США сегодня лидер, правильно? Почему? Потому что США ВВП 25%. У США самая сильная армия. США по всем моментам, что дает возможность называться сильной, номер один. Почему сегодня все так внимательно относятся к Китаю? Потому что Китай 20% ВВП, Китай тоже экономически мощно развивается, темпы развития и все остальное. Лишний раз говорит о том, что Китай тоже претендует на эту роль. Это же не наличие ядерного оружия. У Германии ядерного оружия нет, у Франции есть ядерное оружие. Германия экономически сильнее. А в военном плане Германия слабее той же Франции. Ну, поэтому именно Германия сегодня... такие большие деньги вот на новую национальную военную доктрину выпускают. Там 100 миллиардов евро только вот они, Шольц принял это решение. Я уверен, дальше будет еще больше. Что касается той же Великобритании, она особняком всегда стояла. Это все-таки тоже Британская империя, тоже постоянно член Совета Безопасности. И это, конечно, в итоге, это главный союзник в той же Европе для Соединенных Штатов Америки. И, естественно, будучи коллективным Западом, это же не говорит о том, что у них у всех 100% одинаковые интересы. Они исторически не любили друг друга, воевали. Ну, теперь они объединились в рамках, допустим, Североатлантического блока. Здесь у них есть какие-то правила, они все следуют этим правилам. Но иногда заметьте, как там внутри то же самое бывает, разброты, шатания. В Евросоюзе, видите, Великобритания оттуда вышла. Значит, это их не устроило. Помните заявление Бориса Джонсона, который предложил Украине создать новый, рассмотреть возможность нового военно-политического союза, куда входит, например, Великобритания, Польша, страны Балтии, Украина, Румыния и Турция. То есть, это опять же, заметьте, это все те страны, которые ведут особняком свою политику, не оглядываются ни на кого, ни на таких авторитетов. Да? То есть, эти все страны, например, если мы берем Великобританию и Турцию, они как члены НАТО, и они, Турция вторая армия НАТО, а она не член Евросоюза. Великобритания, она не член Евросоюза, она тоже член НАТО, ну, ядерная держава, постоянно член Совета Безопасности. А эти новые страны Европы, бывшие страны Варшавского договора, они в военном плане они не такие сильные, как та же Турция или та же Великобритания. Но все вместе они, естественно, если в каком-то таком союзе, вот как я говорил, до этого, то есть они, конечно, будут представлять определенную силу. Поэтому было бы неплохо, если украинское военно-политическое руководство, украинская дипломатия внимательно относилась бы вот ко всяким таким предложениям с главных центров с того же Лондона. Угу. То есть в плане того, что не надо оглядываться ни на Германию, ни на Францию, ни на Италию, вот эти три главные экономики старой Европы. Не забывайте о том, что кто вас предал на протяжении последних 20 лет. Кто предал Грузию и кто предал Украину в 2008 году, не пустил вас в НАТО. Это как раз-таки не те страны, это не Великобритания, это не Турция и это не страны Новой Европы. Это как раз-таки в первую очередь Германия и Франция. Кто не пустил Турцию во Евросоюз? Германия и Франция. У кого сложные отношения с Великобританией из-за этого Брексита? У Германии и Франции. Поэтому, когда мы это все должны... Они, конечно, не хотят конкурентов сильных. Турцию не хотели конкурентом. Великобритания точно так же с ними все время конкурировала. Поэтому Украина должна исходить из своих собственных национальных интересов. И эта война вам дает для этого полное право. И та цена, которую вы за это платите, не даст ни кому-то возможность на вас давить. Поэтому вы очень правильно должны распорядиться. Mm-hmm.
вот той новой конъюнктуры и той новой геополитической ситуации, которая вот сейчас выстраиваться будет. Нравится кому-то или нет, все понимают, что мир меняется. И вы должны понимать, что здесь не нужно слушаться такие страны, как Германия, Франция в первую очередь. В первую очередь слушайтесь те центры, которые реально сегодня на самом деле имеют силу, как военную, как политическую, так и экономическую. Заметьте, посмотрите пример Израиля. Израиль не член Евросоюза, не член НАТО. Израиль – главный союзник Соединенных Штатов Америки, вне НАТО. Смотрите, как прогресс экономически работает. Довольно демократическая страна. Ну, конечно, не идеальная. Так, а где идеальная демократическая страна? Назовите одну страну на планете, включая Соединенные Штаты. Демократия же не идеальная система управления. Поэтому, ну, экономически. Какая у них армия? Какая у них разведка? А какое окружение? Какая география? И посмотрите, как Израиль держится все эти годы с момента создания. Поэтому у Украины есть много примеров вот, в географии, в политике, в современной истории. И нужно ориентироваться на это, а не ориентироваться на ревнивые отношения Берлина, Парижа или еще каких-то других центров, которые ищут только свой интерес и имеют непосредственное отношение к этой войне и к тому, что вот это разразилось. Вот, господин Юнус, вы вспомнили, что немаловажным есть в этом мире и в решении вопросов Китай, потому что у него после Соединенных Штатов 20% ВВП. В последние дни важный вопрос – это визит европейских лидеров в Пекинг на встречу с Си Цзиньпинем. И вот 6 мая прилетел, апреля, извиняюсь, прилетел президент Франции Макрон и президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. И кроме Макрона в Пекин прилетели и 50 бизнесменов со Франции. Скажите, пожалуйста, что имеет Макрон в Пекине, какие рычаги влияния, что он хочет предложить Пекину, Си Цзиньпиню, и на что он может рассчитывать? Он говорил, что он хочет убеждать о том, чтобы Китай стал посредником войне между Россией и Украиной. Может ли Макрон переубедить или что-то сделать в разговоре с Си? Я не думаю, что Макрон может что-то сделать касательно переговоров в этой войне, потому что Макрон туда не за этим полетел. Макрон полетел туда в первую очередь из-за интересов Франции. И поэтому он взял с собой туда полный самолет бизнесменов. И поэтому у него визит там 3 дня. И вот с Си Цзиньпинем они сегодня полетят уже в Гуанчжоу. Они, то есть, будут рассматривать не политические уже вопросы, а экономические вопросы. И делаем экскурс в последние там 20 лет внешней политики той же Франции и во взаимоотношении Франции с Китаем на протяжении разных других президентов. А еще вспомним, перед визитом Макрона на 65 тысяч там уже в юанях был газ сжиженный поставлен через Эмираты той же Франции, Китай поставил. Это говорит о том, что у Франции и Китая очень много экономических интересов, которые сегодня, вот нынешняя война, конечно, она внесла свои коррективы. И так как и Китай, так и Франция, они не заинтересованы в этой войне. Другое дело, в чем они заинтересованы. Поэтому они хотели бы переговоры. Вспомните визиты немцев, французов к вам вместе с итальянцами, когда они хотели вас навязать новые Минские соглашения. Слава богу, вы на это не пошли. Вы уже другая Украина, и это прекрасно. Вот. Но они же это тогда же планировали это делать. А что изменилось за это? Что вы думаете, в одной части француз воспылал такой любовью, или немец воспылает к вам такой любовью? Просто политическая конъюнктура поменялась. Вы сегодня уже имели определенный успех, и они держат нос по ветру, и они стараются вас поддерживать и быть рядом с вами тогда, когда будет победа, за решение, чтобы они были бы у дверей, там, у этой кормушки, у пирога. Вот. Китай с этой стороны тоже наблюдал, видите, целый год наблюдал, не вмешивался. И сегодня, по сегодняшний день, он так сильно не вмешивается. Я так думаю, они вот и будут сегодня рассуждать, как сделать так, чтобы эта война завершилась бы таким образом, что в первую очередь это было выгодно французам и китайцам, а не украинцам. Так, и не американцам, если так хотите. Да? Потому что все тут ищут свой собственный интерес. И американцы в том числе. И американцы в том числе. Просто другое дело, слава богу, что интересы сегодня Америки и Великобритании уже идут по восходящей с интересами той же Украины. В начале войны было совсем по-другому, сегодня уже намного ближе. Да? Опять же, заметьте,
мы по сегодняшний день жесткости не слышим в риторике Вашингтона касательно, как они видят победу Украины. Да, они уже говорят о том, что Украина не должна проиграть, как раньше говорили, но сейчас они говорят, что Украина должна выиграть. Угу. Ну, просто они не расшифруют пока что по сегодняшний день, как же Украина должна выиграть. Да? То есть мы все понимаем, Украина же это открыто заявляет с утра до вечера. Зачем говорить о том, что мы оставляем это на усмотрение Украины? Украина уже тысячу раз говорила о возвращении к 91-му году, да? Освобождение всех оккупированных территорий. И вот если это мы начнем уже слушать и слышать со стороны и официального Вашингтона, со стороны официального Лондона, и когда это начнет, они начнут давить через тот же Рамштайн и на Берлин, и на Париж, и на Рим, и на все другие столицы коллективного Запада, вот тогда, это когда возможно? Это возможно тогда, когда на поле боя будет реальный дополнительный еще успех, потому что риторика-то меняется в зависимости от того, что происходит на поле боя. После Харьковского успеха, после Херсона. Поэтому все ждут вот этого так называемого наступления. Вот. И китайцы в том числе. Потому что у Китая здесь тоже определенная позиция. Китай сидит и ждет от того, что он поехал в Москву, от того, что сегодня вся конъюнктура говорит о том, что весь мир сегодня интересуется позицией Китая, в первую очередь та же Россия. Но заметьте, да, Россия не получила того, чего она хотела за целый этот год. И этот визит в Москву тоже не дал России то, что Россия хотела бы получить. Но для того, чтобы и Россия стала бы более такая договороспособной с тем же Китаем, и Китай имел бы еще больше рычагов влияния на эту Россию, Китай заинтересован в ослаблении России. Но не в уничтожении России, а в ослаблении России ровно настолько, чтобы он мог бы побольше давить на ту же Россию и ставить уже определенные условия. Да? Те же условия, например, которые вот Макрон, Шольц приехали к нему и с ним хотят договориться. Потому что Евросоюз, в отличие от США, он менее настроен конфронтационно с тем же Пекином, потому что у них совершенно и география другая, и у них товарооборот. И география, когда я говорю, я имею в виду, их нету на Тихом океане, заметьте, да? И поэтому все то, что там происходит, АУКУС, и вот, или это то НАТО-2, как они говорят, Япония, Южная Корея, Вьетнам, там, Филиппины, Австралия, там, Новая Зеландия, ну и Великобритания вместе с Соединенными Штатами Америки, да, то есть в разных вот этих структурах. Поэтому их там нет уже, вы же там не видели ни одно, потому что география совершенно другая. У них здесь география, и поэтому эта география, им очень выгодно в этой географии иметь такой потребительский рынок, как Китай, и китайские товары туда. И, то есть это для них очень выгодное партнерство, и они не хотели бы это партнерство терять точно так же, как они вот теряют сегодня Россию. Да, в этом плане. И для них очень важно, чтобы эта российская территория, география, оказалась бы под контролем того же Китая, насколько это возможно, ну, плюс добавить еще территорию Беларуси. И тогда они могли бы спокойно работать. Даже если на определенный момент здесь что-то не так будет, есть еще другие территории, я имею в виду Центральная Азия, Казахстан, и Узбекистан, и Каспийское море, Азербайджан, Турция, вот это Южный Кавказ и все остальное. Да, через юг еще можно выходить на ту же Европу. Поэтому Евросоюз в этом заинтересован, далеко не случайно. Поэтому и Шольц поехал туда, посмотрите, кто поехал. Первая экономика Шольц, вторая экономика Макрон и главный человек Евросоюза Урсула фон дер Лейен. То есть, а Урсула фон дер Лейен позиция, она отличается от позиции Шольца, от позиции Макрона по многим вопросам, да, потому что она, в первую очередь, лидер Евросоюза, и она ведет себя довольно прилично в этой войне, намного приличнее того же Шольца и того же Макрона, да, если так взять. Поэтому именно здесь очень важно отметить, что именно одновременно она приехала туда, наверняка, а Си Цзиньпиню очень важно именно со всеми ими, то есть в отдельности с каждой страной и в целом вот с этим политическим институтом под названием Евросоюз, сохранить нормальные отношения. И далеко не случайно вот именно в этом контексте буквально вчера прозвучало заявление посла Китая в Евросоюзе, если вы помните, который заявил о том, что почему вы воспринимаете так дословно все то, что там озвучивается в Москве. А в этой связи я недавно слушал одного американца, такого квалифицированного специалиста, который прекрасно знает китайский язык. Да, он специалист. Не буду я называть его имя, то есть он специалист по Китаю. Вот. И он, значит, сказал о том, что китайский язык, он не английский язык, он отличается именно тем, что когда они что-то говорят, вот, и это или текст какой-то вы читаете, например, вот программа из 12 пунктов, да, так называемый мирный план, это не для того, чтобы там было все ясно написано. У них китайский язык, он для того, чтобы навести туман. А поэтому вы больше не слушаете, что они говорят, а больше смотрите, что они делают.
И когда ты начинаешь смотреть за этим, и тогда начинаешь понимать заинтересованность Китая в нормальных отношениях с Евросоюзом. Более того, добавлю к этому, заинтересованность Китая не идти на конфронтацию с теми же Соединенными Штатами. Ну, я имею в виду на конфронтацию, которая приведет к горячей какой-то фазе касательно того же Тайваня. И от того, несмотря на то, что это вот они позволяют себе, там вот Нэнси Пелоси поехал туда, сейчас вот приехал президент Кореи, президент Тайваня встретился с Калифорнии со спикером Нижней Палаты, так же, как с Нэнси Пелоси, да, вот, и это вызвало очередную бучу, такой, да, скандал в политических кругах, но это, а если начинаем интересоваться, вот я вам для информации, да, говорю, что 27 числа, когда она вылетела, и то в это же время вылетел бывший президент Тайваня, и нынешний прилетел сюда, в США. Ну, официальный визит это не в США, это в Гватемалу и в Белиз. Это две страны из 13, которые признали Тайвань по сегодняшний день, да? И поэтому нужно поддерживать отношения с этими странами, как бы Китай их не перекупил, и они не отказались бы от признания независимости Тайваня. Поэтому официально она через транзитом, через Америку пролетела, через Нью-Йорк, через Калифорнию. Но в любом случае, сам факт того, что она встречалась здесь с третьим лицом государства, это уже, конечно, политический скандал. Ну, а что сделали китайцы? Китайцы пригласили бывшего президента Тайваня, который возглавляет оппозицию. У них, чтобы вы знали, Тайвань разделена на две партии. Да? Одна демократическая партия прогресса, вот этот президент нынешний, которая прозападно, проамерикански настроена и настроена за отделение, да? За независимость. А другая это Гуминдан, ну, последователи Чан Кайши, которые вот, в свое время после 49-го года эмигрировали на этот остров. И они сторонники одного Китая. Они считают себя китайцами. А вот половина этих, они считают себя тайванцами. Но это одна и та же нация. Соединенные Штаты с 70-го года сыграли на этом противоходе с Советским Союзом и признали единый Китай. Да? Как будто бы юридически Соединенные Штаты тоже признают единый Китай. Ну а зачем тогда создаете вот эти все сложности? Ну, заметьте, да, бывший президент Тайваня, он сегодня приедет на очень высоком уровне. Ну, у него там родители якобы похоронены, да, то есть официальный визит, он поехал на могилу. Но это первый раз. Это первый раз, первый раз. И, кстати, и первый раз президент Тайваня встречается здесь со спикером. Одно дело, спикер прилетел туда, но это самый высокий уровень приема президента Тайваня за всю вот историю последних лет, именно здесь, на территории США. Поэтому параллельно каждый из них, как я говорил, сегодня проводит превентивные меры, козыри, информационная война, наезды друг на друга. И опять же, через призму войны России против Украины, зная о том, что вот рано или поздно эти две страны вынуждены будут сесть за стол переговоров, создавать новую Ялту-2, изучать, как будет новая карта мира и Организация Объединенных Наций, и весь этот мир, как будет выглядеть, чтобы по каким законам все это будет действовать. И поэтому вот сегодня они собирают под свои флаги, там вот американцы типа сами за демократию, вот этот никому непонятный. Китай своих собирает под свой флаг. Поэтому вы, когда меня спрашиваете, рассматривайте все вот через эту призму. И вот эти вояжи, которые сегодня, заметьте, усилились в Пекин. А это о чем говорит? Это Китай, значит, придерживается правильной тактики. У всех сегодня необходимость перетащить Китай на свою сторону. Да. У всех сегодня необходимость, чтобы Китай не поддерживал Россию. У России также необходимо, чтобы Китай поддерживал. Китай не будет поддерживать Россию в военном плане. Это невыгодно им. Но Китай будет поддерживать Россию ровно настолько, чтобы Россия устояла бы на ногах. А другое дело, чтобы на Россию давить и добиться таких преференций, которые выгодны были бы тому же Китаю, и эти преференции помогли бы Китаю договориться и с Евросоюзом, а может быть и с Соединенными Штатами Америки, а они уже могли бы тогда таким образом и Украине, то здесь уже нужно сделать так, чтобы Россия ослабла до такого момента, чтобы Китай мог бы на него уже довольно сильно давить в плане того, что или же уйдешь добровольно до 91 года, или тебя оттуда выдавят силком. Ну, ты, если только рассчитываешь на то, чтобы сохранить твою власть, тогда ты должен слушаться меня. Поэтому это вот все те, так сказать, политические процессы, которые я сегодня наблюдаю. Господин Юнус, а вот вы вспоминали о том, что Урсула фон дер Ляйен приехала тоже с Макроном на визит в Пекин к Си Цзиньпиню. И после она дала пресс-конференцию, и что она сказала? Следующее, что Си Цзиньпин готов говорить с Зеленским, но, он сказал, цитирую, «когда позволят время и условия». Господин Юнус, как вы считаете, что имеется в виду «когда позволят время и условия»? Успешное контрнаступление. Потому что для того, чтобы Си Цзиньпинь, как я сказал,
вновь приехал бы в Москву, или отправил бы кого-то в Москву, или из Москвы кто-то, какой-нибудь эмиссар приехал бы к нему, чтобы собеседник был бы договороспособный, собеседник должен получить определенный политический, военно-политический удар. Значит, удара на Харьковском направлении, удара на Херсонском направлении было недостаточно. Значит, нужно усиливать удар. И когда этот удар будет... Поэтому далеко не случайно все сегодня готовятся к этому. Поэтому я на эту тему и стараюсь не спекулировать в плане того, что за удар, когда, что, как. Об этом знают все те люди, наверняка, которые вовлечены в это. Но все понимают и в Пекине, и в Вашингтоне, и в Европе, да и в самой Москве, и в Киеве, что именно только после этого можно будет о чем-то говорить. Потому что любую повестку переговоров определяют то или иное состояние дел на поле боя. Сегодня состояние дел такое, что ни о каких переговорах и речи быть не может. И речи быть не может, потому что стороны находятся на диаметрально разных позициях. И для того, чтобы какая-то из сторон отошла бы от своих позиций, нужно решать это на поле боя. Дипломатия этот вопрос невозможно решить. А как это решить на поле боя, значит, они должны столкнуться. Зачем? Вот я всегда вам примеры привожу с моим Азербайджаном со Второй Карабахской войной. 26 лет они вели переговоры. Вот вы с 2014 по 2022 год вели, да, 8 лет. Азербайджан с 1994 года, после подписания Бишкекского протокола, до 2020 года. 26 лет. Ну и что? Никаких успехов не было, да? Но зато сейчас, когда эта война началась, почему на 44-й день переговоры пошли? И заметьте, переговоры, когда пошли, три района. Уже потом, в течение месяца, уже когда прекращение огня было, договор подписали, через месяц они три района освободили. Почему? Потому что они знали, не освободят по добру, по здорову силы. Поэтому для того, чтобы и у вас такая ситуация созрела бы, нужно, чтобы одна из сторон с правом силы вела переговоры. Вот Азербайджан вел переговоры с правом силы. И Армения, армянская сторона знала, что если не Россия, Россия, а Азербайджан пошел бы дальше. И тогда бы она потеряла бы еще десятки тысяч своих солдат, которые попали бы там в кольцо. Говорят, там их 25 тысяч попадало в это кольцо. Ну, естественно, они сохранили жизни этих солдат и в течение месяца это освободили. Просто другое дело, там уже продолжается другая, так сказать, провокация. Это уже другой вопрос. Но параллели очень здесь уместны. Поэтому, если вы Крым взяли, потеряли без единого выстрела, и далеко не случайно, и Блинкен, и другие американские чиновники высокого уровня, это повторяют в плане того, что да, это возможный вариант, но это возможный вариант когда? Если вы имеете большой такой успех в контрнаступлении, контрнаступление это не одно наступление, оно может быть и одно, оно может быть два, и три, то есть это надо по развивающейся, да, и когда все видят, что вы уже идете, и военным путем тоже вы готовы идти, даже несмотря на жертвы, на возможности, когда это будет происходить, да, но у России не будет никаких возможностей это сдержать. И тогда возникает вопрос, а зачем эти жертвы дополнительные, как для России, так и для Украины? Значит, можно дипломатически этот вопрос также утрясти. Но для того, чтобы Россия шла бы на это, для этого сначала... Это как в боксе, да, если чтобы человек сдался бы, он должен хотя бы несколько раз попасть в нокдаун. Да. Если он не соглашается с этим, тогда идет нокаут. И нокаут, и партия проиграна. Вот поэтому он получил два нокдауна. На Харьковском направлении, на Херсонском направлении. Ну, если можно сказать, еще первый нокдаун, конечно, это когда пришлось уйти с Киевской, Сумской, Черниговской области. Но теперь нужно еще пару нокдаунов, или, может быть, один сильный нокдаун, чтобы он понимал бы, что следующий будет нокаут. И вот в этой ситуации тот же Китай сможет тогда еще более сильнее давить. Я думаю, и эта тематика также обсуждалась между Урсулой фон дер Ляйен, Макроном, Шольцем, с тем же Си Цзиньпинем. Господин Юнус, постоянно представительница Соединенных Штатов Америки при НАТО, посол Джулиан Смит, сказала следующее. Весеннее контрнаступление в ВСУ может начаться уже в ближайшие недели, в то время как попытки России провести собственные наступления на украинские позиции потеряли крах. Господин Юнус, это как расценивать? Как давление или призыв, или только оценка текущей ситуации от Соединенных Штатов на поле боя? Я не хотел бы спекулировать на эту тему. Uh-huh. Я вам скажу честно, если посол Соединенных Штатов Америки, она говорит это, ну, примем это просто как констатацию.
У меня есть свое мнение, конечно, да, просто я знаю, что помимо друзей слушают и враги, поэтому я не хочу спекулировать на эту тему. Я доверяю в этом вопросе вашему военно-политическому руководству, вашему президенту доверяю, вашему главнокомандующему Залужному доверяю, его команде. Я доверяю тем, с кем они работают здесь, в Соединенных Штатах Америки, вот в рамках этого Рамштайна. И поэтому посол может быть чего-то не знать, посол может быть, опять же, уполномочен, чтобы что-то сказать такое, может быть, целенаправленно сказанное, может, для того, чтобы дезинформацию вбросить, понимаете? Поэтому зачем я буду выполнять, как я говорю, работу за тот же Кремль? Пускай они сами думают и рассуждают. Я точно знаю вот тенденцию, по которой сегодня действуют США и Великобритания вместе с Украиной. И я знаю, что они в этом вопросе, как всегда говорил, могу еще раз повторить, пойдут с вами до конца. Они завязаны с вами с каждым днем все больше и больше. Назад дороги нет. Спасибо. Предельно понятный ответ. Господин Янус, если говорить о вступлении Финляндии в НАТО, 31-я страна, которая пополнила этот альянс, можно это считать тотальным геополитическим поражением России? Потому что в начале полномасштабного вторжения она рассказывала, имеется в виду Российская Федерация, что нужно откинуть войска до 90-х годов НАТО, забрать авиацию с Болгарии, других стран. А здесь расширение НАТО, увеличение границы с Россией и НАТО на 1300 километров. Это же поражение России, как вы считаете? И к тому же, перед расширением Путин говорил одно, а потом, как Финляндия вступила в НАТО, они просто отвели войска от границ. Да, конечно, стратегическая ошибка, которая была принята Кремлем и лично президентом России 24 февраля прошлого года, она вот дала такие плачевные для России результаты, и она, в принципе, дала очень хорошие результаты для всего коллективного Запада. Она дала, может быть, как бы это ни звучало, и для той же Украины. Потому что у Украины сегодня появился реальный шанс. Потому что это, я не знаю, был бы ли такой реальный шанс без этой войны, чтобы Украина вернула бы полностью свою территорию, и Украина на всех парах, без всякого сомнения, уже считалось бы, она будет и членом Евросоюза, и членом НАТО. А сегодня, вот, наверняка, другого шанса вам не оставили. И вам за именно вот это ваше будущее, и наверняка пришлось, и вот приходится проливать такую кровь. Потому что другого шанса вам не оставили ни союзники в коллективном Западе, ни Российская империя. Вот. И я уже не говорю про некоторые важные такие ошибки, которые были предприняты и вашим политическим истеблишментом за все 30 лет вашей независимости. Да? Но это уже для истории, это потом поговорите. Но то, что сегодня вот эта фатальная ошибка 24 февраля прошлого года Кремля, она сделала то, что я даже не знаю, кто мог бы так это сделать. Посмотрите, США вернулись в Европу. США сплотили НАТО. США сплотили Евросоюз. Евросоюз, НАТО, они уже как будто бы, на самом деле, как тот институт, который они создавали. А они же размякли все. У них даже не было вооружений на определенном уровне. У них не было ничего. Заметьте, да, мы же это за этот год очень хорошо увидели. И как они погрязли в коррупционных скандалах. Как они погрязли в этой газоэнергозависимости. И во многих других моментах. И сегодня тихо-тихо вот от всех этих, как вам сказать, мух на этой котлете, вот. Вонючих мух, да, коррупционных, вот это все, они очищаются сегодня Европа благодаря именно Украине, да, вашему героизму. Что тихо-тихо, вот мы все, они все начинают вспоминать, что freedom is not free. Но freedom is not free сегодня это за счет украинского народа, а не за счет немцев, французов и всех остальных представителей коллективного Запада во главе с Соединенными Штатами Америки, которые виноваты в том, что сегодня происходит на постсоветском пространстве, на всем постсоветском пространстве, подчеркиваю, это не только в Украине, это и в Грузии, это и на Южном Кавказе, это и в конфликте между Азербайджаном и Арменией. Потому что вот эти двойные, тройные стандарты, вот эта заинтересованность этих стран только в своих личных корыстных интересах и создала вот такую ситуацию, когда это можно было на блюдечке с каемочкой в 91-м году это взять. И кто в этом виноват? Джордж Буш отец.
Билл Клинтон, ну и все после него приходящие, да, вплоть до последнего, до Трампа. Но я же и Байден тоже в этом числе, потому что он был вице-президентом во времена Барака Обамы. И я надеюсь, что он сегодня понимает свою ответственность, вот эту историческую. И если он хочет в 24-м году, что в Белом доме сегодня сидел бы демократ-президент, он или кто-то другой, я не знаю, потому что ему все-таки 80 лет, да, но мне все равно. Мне важно, что я точно знаю, что следующим президентом Соединенных Штатов Америки в 24-м году будет сидеть тот, кто обеспечит победу Украины в этой войне. Если этой победы он не обеспечит, значит, там будут сидеть республиканцы, там демократов не будет. А у демократов сегодня есть реальный шанс. Все ошибки, которые вместе с республиканцами они за эти годы творили, они могут это спокойно исправить. Поэтому, конечно, я понимаю, что происходит. И я, это единственное положительное, что было сделано этим Кремлем. Благодаря вот у нас на Востоке, у нас в Азербайджане есть такая поговорка, да? «Шер демесен, хейр улмаз». То есть, если не было бы плохо, не стало бы так хорошо. Наверняка Путин должен был совершить вот такую фатальную ошибку. В результате этой фатальной ошибки сегодня весь этот мир наконец-таки всколыхнулся, понял, что дальше так жить нельзя. Дальше так жить нельзя, значит, мир надо менять. К сожалению, это делается за счет Украины, ее героизма и жертв, которые несет украинский народ. К сожалению. Господин Юнус, очень спасибо вам за этот разговор и за качественную топовую аналитику геополитических процессов. Дякую, до побачення. Слава Украине. Героям слава. Нагадаю, з нами був Рамис Юнус, політолог, експерт по міжнародних справах.